My heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master. My supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Parmarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnupad, Aishtotara Sattva Srishimad, Rupanu Gacharya Varya Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштангу давать Пушпанджали, свое сердце, подобно цветам у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада Штотра Шата Шри, Рупа Нугачари Вари Шрилы Бхакти Веданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I thought it was a спорте of Прохлад Махараджа. Мне показалось, что я вижу спорте Прохлад Махараджа перед собой. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз у лотосных стоп моего парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всех представителей моей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Завершение я склоняюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Панчакалпатурупеса, Рупасандупева, Субхитана Павдебио Вайшнавепио Наво. Гурудевки! Чигурматки! Give to a lady to give to. Give to God. Woo!
This morning we heard how Hiranyakashipu conquered the universe. Сегодня утром мы слышали о том, как Хираньякашипу захватил всю вселенную. But he was not satisfied because he had not conquered his own mind. Но этого ему было мало. Все равно он был неудовлетворен из-за того, что он не покорил собственный ум. Unless your mind is controlled, and more than that, it's fixed on the lotus feet of Sri Krishna, you can never, ever be happy. Если ваш ум не укротили ум и в частности, если он не сфокусирован полностью на служении Шри Кришне, то счастье вам не светит никогда. Hiranyakashipu had four sons. Prominent among them was Prahlad. He was a pure Vaishnava, completely absorbed in love for Sri Krishna. У Hiranyakashipu было четыре сына, но лучшим среди них был Прахлад Махарадж. Он был просто ангелом. Он был олицетворением любви и преданности к Кришне. He was only 5 years old. But he had no interest at all in playing. Ему было всего лишь пять. Ему было всего лишь пять, но его не интересовали никакие детские игры. He seemed like a mad person who was possessed by a ghost. Он вел себя как умалишенный, в которого вселился дух, какой-то призрак. Shukadev Goswami Pada says, Krishna graha grahita atma. Just as a person is under the control of a graha, a planet. So his heart was Krishna graha grihita, completely controlled by Sri Krishna. Подобно тому, как человек оказывается под полным влиянием в хватке грахи, то есть планеты, то в таком состоянии находилось сознание Прахлада Махараджа, было полностью захвачено любовью к Кришне. Now, all of you be careful. Сейчас я вас предостерегаю, будьте осторожны. Tomorrow is a Chandra Grahan. Что завтра будет Chandra Grahan? Lunar eclipse. Лунное затмение. So if your mind is not peaceful, then today, but worse tomorrow, then you'll start to go out of control and become very emotional and make offenses. Будьте очень осторожны. Be careful. Потому что если ваш беспокойный ум сейчас уже сегодня начинает оказывать влияние, это затмение предстоящее, завтра будет еще сильнее. И если вы не контролируете свои эмоции и чувства, вы можете нарубить дров, наделать аппарат, так что будьте предельно осторожны. Rahu is coming. Раху уже готовится. Mm-hmm. But Prahlad, he is mad, controlled by Krishna Graha. Но Прахлад не подчинялся Граха планетам. Он обезумел от любви к Кришне. People think that he's dull because he doesn't know how to interact with the outer world. Людям он казался каким-то чуть ли не глупеньким, потому что он не умел взаимодействовать с внешним миром. Не в так с внешним миром он. He's not aware whether his body is sitting or standing or walking or talking. Он часто не осознавал, сидит он или ходит или разговаривает, что его тело делает в этот момент. He's so completely lost in remembrance of Sri Krishna. Он был настолько поглощен постоянным, непрерывным памятованием о Шри Кришне. Sometimes, seeing Sri Krishna, he would laugh. Иногда, увидев Кришну, он смеялся. And sometimes Sri Krishna would disappear. Иногда Кришна исчезал. And then Prahlad Maharaj was crying. И Прахлад Махарадж начинал рыдать. Oh, where are you? Where are you? Потеряв даршан Кришну, он рыдал. Кришна, ты где? Где ты? Sometimes he would look and see Krishna was very far away. Иногда он видел, что Кришна где-то далеко, поодаль держится. And then he would go, oh, where did you go? И он начинал кричать, так куда пошел Кришна? And Krishna would say, oh, don't cry, Prahlad, don't cry. I have come back because you are most dear to me. А Кришна утешал его издалека, говорит, не расстраивайся, Прахлад, я вернулся к тебе, потому что я дорожу, ты дорог мне. Shukadev Goswami says, Govinda Parirambita. Prahlad Maharaj was embraced by Govinda. Govinda Parirambita говорит Шукадева Госвами, что Говинда обнимал Прахлад Махараджа. He would sit with tears flowing from his eyes and hair standing on end, feeling the touch of Sri Krishna. И Прахлад сидел в медитации, он чувствовал прикосновение объятий Кришны, и слезы непрерывно струились у него из глаз, тело покрывалось мурашками, волосы становились дыбом. Just like a small baby is in the arms of a mother. Подобно тому, как себя чувствует маленький, как and младенец. The baby is leaning over this way and that way, even in an uncomfortable position.
Как себя чувствует ребенок на руках у матери? Иногда он может даже выворачиваться из хватки мамы, то влево, вправо свисать. Being in the arms of the mother, the baby is happy and the mother is happy. Но это ощущение все равно прекрасное для ребенка и для матери. Ребенок ощущает себя в материнских объятиях. So in the same way, защищенным. Prahlad Maharaj, he is always happy. He does not know anything of the suffering of material existence. И Прохлад Махарадж находился в таком состоянии блаженства постоянно. Он ничего не ведал о материальных страданиях. And Krishna is also relishing happiness. И Кришне тоже очень нравилось это общение с Прохладом. So one day, little Prahlad was just coming home from school. Однажды Прохлад возвращался из школы. And his father, Hiranyakashipu, saw him coming. Папа увидел, что сын идет из школы. And he took Prahlad in his lap. Подозвал сына, схватил, посадил себя на колени. And he sniffed his head. Принюхался к его волосам. Oh, my son. Сказал, сынишка мой. He said, tell me, what's the best thing that you have learned? Ну, расскажи мне, лучшее из того, что ты выучил. Then what did Prahlad Maharaj say? Что на это ответил Прохлад Махарадж? Каму короче вачалам пангаре тетрим дядки. Еще раз. Вступление. Гурудев попросил меня сказать этот стих. Этот стих пример Прохлад Махарадж, когда его отец Хиранья-Кашипу попросил его, что ты лучше выучил в школе, чему тебя лучшему научили. И он произнес следующее. Татсадуманье сурабарадехинам сада самудвике диам сада самудвике гри диам диам анугахам хитватва падам грихам антха купам вано гатоят харим ашрета. И в этом стихе говорится следующее, что о лучший из демонов асура варья. Я считаю, что лучшим из того, что может человек сделать, если он отождествляет себя с этим телом, и он попал в этот глубокий колодец материального существования, что лучшее из того, что он может в этой ситуации для себя сделать, это отправиться в лес и там полностью предаться Хари. Потому что иначе он всегда будет чувствовать какое-то беспокойство и проблемы в этой жизни. Тут комментарии наши ачарьи дают, что, в частности, Прабхупада пишет в комментариях о том, что здесь говорится о том, что человеку полагается следовать варнашрама дхарме. And what our acharyas have to say about this, in particular Srila Prabhupada says that person should follow Varnashrama Dharma. Потому что постепенно следуя Варнашрама Дхарме, человек может возвыситься до служения Хари. Постепенно. Because by following Varnashrama Dharma, person can slowly. Это примерно то же самое было сказано в Рамананда Рай Самвади, когда Рамананда Рай сказал Чайтанья Махапрабху, что Варнаша Мачара Ватар Прушена Парампуман Вишну Аради Тепанхан, тоже канал, что нет другого пути, как удовлетворить Вишну, следуя Варнашрама Дхарме. И поэтому в этом стихе говорится о том, что человек должен постепенно отказаться, то есть уйти в лес, то есть оставить все и уйти в лес, намекая как бы своему отцу, что ты достиг многого, ты уже много что сделал, но пора бы как бы уже и... Да, то есть как бы, что если ты хочешь на самом деле удовлетворения в сердце, ты как бы должен оставить все и предаться Хари. Basically, this person has to, at some point, give up material and
try to serve the Lord. And Prabhupada Maharaj was hinting basically to Hiranyakashipu that we've already achieved so much, so it's about time to think about renunciation. И второй комментарий, который дают наши ачарьи, что вот под словом «ван» они подразумевают Вриндаван, то есть вы должны отправиться во Вриндаван и там совершать бхаджан хари. So Prahlada Maharaj, he said, Tatsadu Mandeya Suravara Dehinam Sadasam Udvigna Diyam Asadgrahat Hitvatpapatam Griamandakupam Vanogatim Yad Harimasayeta. It means, I consider, King of the demons, I consider this to be the best. И Прахлада Махарадж сказал, царь демонов, я считаю, что это лучшее. If a person has accepted the things of this world, which is asat, temporary, like a dream, to be true, sat, then sama samudvigna, they are always disturbed and embarrassed by so many difficult situations. Если человек принимает бренное, тленное за вечное, настоящее, то он всегда будет испытывать стыд и всякие неловкости, находясь вот в этой материальной ситуации. So what should he do? Что, как лучше поступить такому человеку? Патам, гриаманда купам. The атмапат. That means the soul is supposed to be going on the journey towards Supreme Lord. But there's something blocking him. То есть душа должна направиться в путешествие, всегда двигаться в сторону к Богу, но что-то мешает, какое-то препятствие существует на траектории путешествия души. He becomes deviated. И душа отклоняется от правильного пути. And Kriyamanda Kupam, he falls down a well and cannot get out. Падает в колодец, из которого уже выбраться не может. That is material household life. Это мирская семейная жизнь, вот этот темный колодец. Мирская. He is there in the materialistic person, in his household life. То есть это жизнь обывателя семьянина. Exactly like a person who has fallen in a well. И вот эта ситуация обывателя семьянина очень похожа на ситуацию человека, свалившегося в глубокий колодец. One person was walking in the forest. And some grass was covering an old disused well, and he fell in. Как один человек, он шел по лесу и не заметил, там был старый заброшенный колодец, края которого заросли уже травой, и он споткнулся и упал туда. And as he was falling, he caught two branches that were growing out of the side. И падая в колодец, он умудрился ухватиться за две ветки, которые там росли со стенок колодца. And he was hanging there. И повис, задержался, то есть в полете, и свис с этих веток. He looked down at the bottom of the well. Затем он глянул вниз на дно колодца, там он увидел ядовитых змей. He looked up and saw a tiger was roaming around. Посмотрел вверх, а там и видит там пасть тигра над собой. He was trying to hold on, but while he was holding on, he saw that two rats came, one black and one white rat, and they were chewing the branches that he was hanging on. Он старался не упасть в колодец, изо всех сил держался за эти сухие ветки, и вдруг две мыши, одна черная, одна белая, выползли и стали грызть одновременно эти ветки. So now, there's no chance he can get out of this situation. То есть он понимал, что это такая плачевная ситуация, краховая, тут хорошего конца не будет. And as he was hanging there, and he was very desperate. И он в отчаянии в полном уже таком висел там. He noticed that from the branch of a tree above, there was the hive of a beehive, honeycomb. And some honey was dripping, just very close. И он заметил, вдруг что-то капает мимо лица, он посмотрел вверх и увидел, что с ветки дерева свисают соты, то есть там улей, и оттуда капает мед по капле так. So he reached out his head and he stuck out his tongue, and a drop of the honey landed on his tongue. И все эти капли пролетали мимо, ему удалось так потянуться вперед, выставить язык, и одна капля упала на язык, и он так обрадовался, как вкусно, меда поел. And he began to think about, oh, this honey is very delicious. Потом подумал, вкусный мед. So it's very funny. Смешно, да?
But not funny. Но совсем не смешно. Смех и грех. And who is this person? Кто этот висящий там на ветке? There are so many snakes. That means in this material world, many problems come to bite us all the time. Эти змеи на дне колодца — это бесконечные проблемы, которые наваливаются на голову каждый день. The tiger is death waiting. Тигр — это смерть, которая ждет. He's hanging by two branches. That means his pious karma and impious karma. Две ветки, с которых он. We will live in this body for as long as our pious and impious karma is there, and when it's exhausted, then body is. Две ветки, за которые держится этот человек, это его благочестивая и неблагочестивая карма. То есть мы будем оставаться в этом теле до тех пор, пока не истощим запас хорошей и плохой кармы. And two rats means day and night, black and white. Черные и белые крысы — это день и ночь. And they're eating away at your pious and impious karma is being exhausted each day. То есть они съедают потихоньку нашу хорошую и плохую карму, истощаем ее с днем и ночью. But in the midst of all this danger and suffering, there's a little drop of honey. Посреди всего этого ужаса катастрофического, там капля меда появилась. What is that? Что это за капля меда? Oh, any? Кришна из Расамрита Синду, he is the ocean of nectar. Кришна это не капля меда, Кришна океан расы. And if Krishna is there, you will not be in the well. Если бы он там капал, вы бы там не сидели в колодце. That drop of honey is your husband or wife will tell, oh sweetheart. Это капля меда, это эти сладкие речи мужа или жены или там возлюбленная, которая скажет, сладенький мой, люблю тебя. Your children will come in your lap and say, oh, mama, papa, papa. Радостные голоса деток, которые говорят, мама или папа. And though we are all in this material world surrounded by dangers, just a little bit of mature affection, I think, oh, honey, so nice. We forget everything. Со всех сторон, сверху и снизу мы окружены бесконечными опасностями и трудностями, проблемами. Все же вот эти капли меда держат нас на плаву, нам кажется, что мы хорошо живем. Что вот эта сладость родственников, любимых. So Prabhupada said, Itvandapam, give up this dark well of materialistic household life. И Прахлад Махарадж призывает всех, выбирайтесь поскорее из этого темного колодца, вот этой семейной жизни материальной. Bonafide Vaishnava, who's chanting 64 rounds every day, serving his deities, may be in the Grihastha ashram. То есть речь тут не идет о грехастой ашраме, то есть вайшнавов, которые серьезно относятся к своей духовной практике, каждый день служат божествам, воспевают свой лакхаринамы. But, oh, это ашрам. If person is saying, I am a devotee, but 24 hours a day, they're only trying to earn money. Если человек считает себя преданным, но 24 часа в сутки уделяет лишь там заработку денег and maintaining family members. И поддерживает всех родственников, семью. This is not Vaishnav Grihastha life, like Srila Bhaktivinoda Thakur. This is Griha Medhi. Это жизнь Гриха Медхи. Это не жизнь Вайшнава, такого вот как Шрила Бхактивинода Такур, как он жил грихастха. So, Prahlad Maharaj himself also he became married. Otherwise, where did Bali Maharaj come from? И позже понятно, сам Прахлад Махарадж женился, потому что иначе у него не было верочины, потом внука Бали Махараджа. But if a person will be grihastha, try to be like Srila Bhaktivinoda Thakur. Если человек вступает в грихастха ашрам, то есть преданный, то старайтесь следовать идеалу Шрила Бхактивинода Такура. So if a person is trapped in the situation which is very unfavorable, materialistic. Grihandakupam. Then Prahlad Maharaj said the best thing is Hitvattapatam Grihandakupam. Give up that place. And Banam Gatim Tadari Masriyeta. And go to Vrindavan and take shelter of Hari. Но те, кто оказался в такой неблагоприятной ситуации, в таком темном колодце семейного материального существования, их Прахлад Махарадж призывает поскорее выбраться оттуда и уйти в лес, во Вриндаван, и там служить Хари. When Hiranyakashipu heard this, then he was very angry. Hiranyakashipu, услышав ответ сына, пришел в бешенство. Who killed his brother? Кто убил его брата? Hari. Hari. For whom did he do austerities to kill? Ради. Hari. Ради мести кому он совершал все аскезы Hiranyakashipu, чтобы отомстить Hari? And now his own son is saying,
Hari Vasraita, you have to take shelter of Hari. И тут его собственная кровушка, его сын говорит, ты должен принять прибежище у Хари, папа. So, Prahlad, the Hiranyakashipu thought, he was not angry with Prahlad. He thought, who has given him bad association? То есть Хираньякашипу не гневался на самого Прохлада, но он стал тут же думать, кто виноват, кто повинен в этом, кто вот этот мозг сыну запустил. Vaishnavas, followers of Vishnu, perhaps in disguise have come into the palace and they have polluted the mind of this child. Он стал думать, this innocent child. Кто осквернил сознание моего прекрасного сына? Какие-то, наверное, вайшнавы какие-то проникли инкогнито во дворец и вот это ему вот эту чушь наговорили. They have tried to brainwash him and make him join their sect. То есть промыли мозги ребенку, пытаются завербовать свою секту. This is Hiranyakashipu's mentality. Это менталитет Хираньякашипу. So then he told the teachers of Prahlad Maharaj. Or you should protect him very carefully from bad association. Он подозвал преподавателей, учителей. Прохлад Махараджа сказал, вы строго следите за ребенком, чтобы не подпускаете никакое дурное общение к нему. So then the two teachers of Prahlad Maharaj, the sons of Shukracharya, Shanda Marker. И вот эти сыновья, преподаватели, это были сыновья Шукрачарьи, Шанда и Амарка. They called Prahlad. Они подозвали Прохлада к себе. And they said, о, Прохлад. На поговорите. Говорит, Прохлад. Мангалам бабату. Мангалам бабату. All blessings to you. Благословляем тебя. Now, we'll give you some sweets. Мы тебе сладкое дадим. If you tell us who told you these things about Vishnu. Если ты нам расскажешь, кто тебе рассказал вот эту информацию про Вишну, мы тебе дадим конфетку. Who has polluted your mind? Кто вот так твое сознание осквернил? Tell us. Ты we are your teachers. We're very eager to hear. Доверяй нам. Мы готовы тебя услышать. Мы твои преподаватели. Мы поможем so тебе. So they were thinking, if Prahlad Maharaj will tell them who had told him about Vishnu, then they would tell Hiranyakashipu, and they would bring that person in front of the king and have him beaten. То есть они надеялись, что сейчас они из мальчика эту информацию получат, а потом побегут доложат Хиранья-Кашипу, виноватого там публично будут пороть и наказывать. When they asked this question, who has told you these things about our enemy Vishnu? Then Prahlad Maharaj folded his hands. He said. Когда они спросили, кто это тебе рассказал про нашего врага Вишну? I take shelter of the Supreme Lord. Прохлад Махарадж, сложив молитвы на ладони, сказал, я принимаю прибежище Верховного Господа. By the influence of whose external material energy, I have heard that the conditioned souls, they think in terms of friends and enemies, and now I am seeing it myself with my own eyes. Он говорит, я предлагаю свой принимаю прибежище Верховного Господа под влиянием энергии, внешней энергии, иллюзорной которого люди делят других на своих и чужих, на врагов и друзей. Говорит, я слышал об этом феномене, но вот впервые в жизни я столкнулся с этим прямо тут, в этой ситуации. He was so pure, he did not know. What it feels like to think this is a friend, this is an enemy. So hearing them speak, he was surprised. Он был настолько. Oh, I've heard about this. Чистосердечным, простодушным. Он никогда не видел ни в ком врагов. Он не понимал вот этих категорий дуальности, свои, чужие. И вот когда он услышал, что учителя говорят про нашего врага Вишну, он был так озадачен, подумал, я слышал про такое, что так бывает. Но вот сейчас я вижу прямо перед собой вот это на лицо. He said, Paramatma. The Supreme Lord is in the heart of everyone, and from Him comes intelligence. Ну, сказал Параматма, находится в сердце каждого живого существа, и она наделяет всех интеллектом. When a soul is turned away from God, he gets animal intelligence. Когда человек отворачивается от Бога, он получает сознание животного. An animal is always in a state of fear, wondering, who is my friend, who is my enemy. Животному всегда страшно. Животное пребывает в страхе, всегда думает, где враги, кто может помочь, а кто опасен для меня. Only when the mercy of Supreme Lord comes, then this vision disappears. Только когда нисходит милость Господа в сердце, тогда вот это видение дуальное своих чужих отступает. Prahlad Maharaj said, Yatha Brahmatteo Brahman Swayam Akasha Sannidho Tathame Vidite Chaitas Chakrapaneer Yadrichaya. Yadrichaya. They would try to ask him, well, who influenced you?
То есть они допрашивали все время, пытаясь докопаться, кто на тебя оказал влияние. And he said, oh, my mind is automatically attracted to the lotus feet of the Supreme Lord, just like the iron is attracted to a magnet. А он пытался объяснить им, что мое сознание, мой ум естественным образом тянется к Богу, подобно тому, как металлическая стружка тянется к магниту. So here, you know, if there's a magnet, then the iron is attracted because of the shakti of the magnet. So in the same way, if a soul is attracted to the Supreme Lord, it is because yadrichaya, by the mercy of a pure devotee, Supreme Lord shakti has touched his heart and now he's attracted. То есть подобно тому, как железо тянется к магниту из-за шакти, которым обладает магнит из этой силы. И вот когда душа начинает тянуться к Богу, это указывает на ядричая, что по милости какой-то сватантра чистого вайшнава, вот эта милость коснулась сердца, эта энергия Господа, и теперь у души появляется влечение. When his teacher heard this, he said, "Bring me a stick." Когда учителя услышали этот ответ, они сказали, так, трость принесите нам. This boy is damaging our fame. Он портит нам репутацию нашей школы, этот мальчик. He is like sometimes there's a forest of sandalwood trees. Он подобен тому, когда в роще сандаловых деревьев. And someone may take a piece of wood from the sandalwood tree and make the handle of an axe, and then use that axe to cut down all the trees. So in the same way, the dynasty of Hiranyakashipu is like a fragrant sandalwood forest. And this stick, this small one, has become like a handle of the axe of Vishnu to cut us down. То есть они стали возмущаться, они говорят, подобно тому, что если кто-то зайдет в лес, где растут сандаловые деревья, и срубит там палку, ветку сандалового дерева, сделает рукоятку для топора, а потом этим топором начнет выкашивать все эти чудесные сандаловые деревья. Вот этот ребенок, он вот это изнутри, как токсин в династии, прекрасной династии такой нашего любимого Хираньякашипу. So, все испортит нам сейчас. Шандамарка, they began to inflict very strict discipline on Prahlad Maharaj and teach him about some Dan, Bair and Danda, the four principles of politics. И тогда учителя стали жестко дисциплинировать ученика и учить его дипломатии, всем методам стратегии, сам, дам, бед и данда. How to control and manipulate others? First by using logic and argument. Стали учить, как контролировать других, как манипулировать людьми. Вначале применяя логику. If that doesn't work, уговоры. Then give them some money. Если уговоры не срабатывают, надо подкупить, надо что-то дать. If they're still strong and they're against you, then bait. You have to make a dissension. Make them argue with their own party. Если этот человек не вменяем, turn the group against each other. Он против взяток, то надо как-то поссорить его, как-то испортить ему репутацию, найти ему врагов, чтобы там его разрушили. And if they are still strong, then danda, the last one. You have to use military force. Но если человек выжил и эту стратегию, тогда уже нужно войной идти, просто грубой силой его подавлять. So Chandamarkar were very happy that they'd given a good education to Prahlad. Это Chandamarkar гордились тем, что он такие хорошие уроки они дали. They went to Hiranyakashipu and said, now we have completed his wonderful education for this year. So we should have a reward, some a bonus or pay rise. Пошли хвастаться Хиранья-Кашипу, сказать, мы так хорошо преподавали, курс завершен, мы рассчитываем на премию, какой-то бонус нам положен. Hiranyakashipu said, I will decide. Хиранья-Кашипу, давайте подождем с бонусом, я решу сам. He should demonstrate his learning by speaking in the royal court. Сначала давайте его устроим там смотри на его знания, мы сейчас соберем всех придворных, пусть он всем расскажет во дворце о том, что чему вы его научили. So then the day arrived. Наконец-то все договорились, определили день, в который Прохлад будет там вещать перед всей ассамблеей придворных. Prahlad Maharaj's mother, she Kayadu,
She decorated Prahlad. Мама Прохлада Махараджа в этот день каяду, она нарядно оделась. With very beautiful clothing, ornaments, flower garland. Красивую одежду ему подобрала к этому дню, одела на него всякую мастила всякими ароматными маслами. She coached him also a little bit. Гирлянды дала и сама с ним занималась, готовила его к выступлению. She said, listen, don't say anything about Krishna. You know your father gets angry. И сказал только, сынок, ни в коем случае ничего про Кришну не упоминай. Ты знаешь, как папа плохо к нему относится. Папе не надо нервничать. Prahlad Maharaj said, oh, I am not afraid, I should tell the truth. Папа будет гневаться, если ты что-то про Кришну скажешь. Он говорит, а я ничего не боюсь. Krishna always protected me, even when I was in your womb. Я не боюсь ничего, мама. Даже когда я в твоем лоне был, Кришна меня всегда берег. So then she brought Prahlad in front of her father in the royal assembly of heaven. Подвела тогда сына к отцу, он сидел там на троне среди ассамблеи. Hiranyakashipu saw his son, and with great material affection, he took him in his lap and embraced him. Увидев красивого сына своего любимого, папа умилился и с таким мирским отеческим чувством любви он обхватил сына, усадил к себе на колени. He said, just tell the best thing you have learned. That means I'm not asking you anything in particular, but what you have learned that you like, well, don't be afraid. Be confident and just speak on that subject that you like. Он стал подбадривать его, говорит, ты не стесняйся, сынок, на твое усмотрение, что хочешь, расскажи нам всем. Не буду тебе определенные вопросы задавать. Вот что ты узнал самое интересное? So what did Prahlad Maharaj say? Чем ты хочешь поделиться со всеми? И что сказал это Прахлад Махарадж? You'll speak. No. Doing monobrat. Who will speak on this? Кто хочет сказать устами про... Я могу попробовать. Окей. Нет. Он может говорить громко. Ом агьяна тимирандасья, агьяна анджана шалатая, акшурун милитамина, тасмай шри гураве нама. Кто услышал? Вопрос своего отца. Прахлад очень радостно сказал. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падам, севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атман, юведанам, ити кум сарпитам, вишно, бхакти, чинна, валакшанам, криета, бхагаватья, дхатман, юведанам. О! Самое лучшее, что может сделать человек, это занять себя в 9 видах преданного служения. Начиная со Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Арчанам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям и Атманиведанам, последнее предание, полное предание себе. The best a person can do is fully engage himself in the service of the Lord by following the 9 types of bhakti, starting with Shravana and completing with full surrender, Атманиведанам. Все эти 9 видов преданного служения должны быть посвящены Кришне. All these types of Navada Bhakti should be dedicated to Vishnu. So, этот ответ очень расстроил. And the answer really upset the father. Все остальное, сказал Прахлад, является пустой тратой. And the rest, Prahlad said, is a waste of time. Any other activity is just a complete waste of time. Prahlad Maharaj said, iti pumsa pita Vishnu. That pumsa, person. What kind of person? Here pumsa means every person. И Прахлад говорит, пумса, слово пумса подразумевает все, любого человека, то есть каждый. Арпита Вишнау, they should offer themselves fully to Vishnu. Арпита Вишнау, полностью каждый человек должен предаться Вишну. Vishnu, there are two types. Два вида Вишну. Вишай Биграха and Ашвай Биграха. Vishnu, Supreme Lord, is the Вишай Биграха, object of service.
And Gurudev is Ashray Vigraha, the form of the Lord whom the conditioned living entity takes shelter. То есть есть две формы Вишну, Вишай Виграха и Ашрай Виграха, то есть сам Господь Вишну, объект поклонения, и второй Вишну это Гуру Дева, который является обителью любви и бхакти к Вишну, который дает прибежище всем. So many persons learn this, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaram, one should engage in hearing, chanting and remembering, but they forget the second part of the verse. Iti Pumsa Pita Vishnu. First one has to surrender to Gurudev. And then engage in hearing. Otherwise, without surrender and in the anugatya, the guidance of Sri Guru, one's hearing, chanting, and remembering is not bhakti. It is only like a drama, pretending to be a devotee. То есть многие знают первую часть стиха и часто ее цитируют, то есть указывают, что надо совершать бхакти, шраван и так далее. Но забывая про вторую часть, где говорится, что сначала надо предаться гуру, а потом уже под руководством гуру. Предавшись, надо совершать бхакти. Иначе без самопредания гуру все остальное это просто пафосная какая-то драма. Это не является бхакти. If one will maintain an independent mentality, если кто-то удерживает независимый менталитет, then he cannot overcome the ahankar, worldly ego. Это настроение сватантры, то есть я независим и от кого я сам решаю, то тогда невозможно преодолеть сильное материальное эго, то есть аханкара. He always thinks I am the doer. Что аханкара останется в силе, потому что человек всегда считает себя вот. Then his hearing, chanting, remembering is all apparat. И тогда уже и шравана, и киртана, и все, вот эта деятельность, вроде бы как садана человека, это уже просто на уровне аппаратхи все находится. То есть живое существо живет в мире иллюзии, материи, а Кришна в духовном мире. Где их точка пересечения? Махат крипа бина каун карма бхакти най, Кришна бхакти дурирахав сансар нахишай. Without the mercy of Mahat, a great Vaishnava, this Swarup Shakti will not come and one's activities will not be bhakti. There will be karma and one will not even be able to get out of the tight grip of the material energy. Без милости Махат, чисто возвышенного преданного, Сварупа Шакти не коснется сердца и сознания человека. И даже если он будет считать себя преданным и практиковать, то все равно это все будет, его деятельность будет не бхакти, а карма, и он не сможет даже выбраться из этого никак. So Prahlad Maharaj described the nine angas of Navada Bhakti, Vaidhi Bhakti. Hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, and offering prayers, worshipping the deity, becoming the servant, the friend, of the Lord and complete self-surrender. И Прахлад Махарадж писал девять составляющих практик бхакти, вайди бхакти, то есть шравану, киртану, арчану, то есть служение Господу, служение Его стопам, быть Его другом и полное самопредание. When Hiranyakashipu heard this, he turned to Shandamar and Marka, and he said, "You foolish brahmanas." И когда Хираньякашипу выслушал вот это выступление сына, он в гневе обратил свой взор на преподавателя Шандуа Марку, сказал: «Вы глупые брахманы». I understand that in this world there are false friends who are actually enemies pretending to be friends, like you. Я понял теперь, что в этом мире прячутся такие подлые друзья, которые лишь притворяются друзьями, на самом деле лютые враги. И вот я вижу у вас таких. But just as when a person is sinful, then gradually disease appears in that person. So in the same way, you cannot hide, and now your enmity has come out. То есть подобно тому, как в грешном человеке постепенно начинает проявляться болезни и рушить его, и он все становится видимо. Говорит, и вот наконец-то ваша подлость, вот это предательство стало приняло конкретное очертание. Теперь вы выдали этим сами себя. Шанда Амарка говорит. Thinking, oh, today we'll get a pay rise and we'll get a promotion. But now they're in shock. Today we're going to get capital punishment. С утра они мечтали о повышении, там, о премии, бонусах разных. И сейчас они стояли в полном шоке. Теперь думали, он сейчас нас вообще убьет. Казнит. They said to Hiranyakashipu, "Oh, Maharaj, oh, great king, whatever Prahlad Maharaj said was not taught by us."
И они сказали: «О, царь, мы не несем никакой ответственности за вот эти слова, которые сейчас произнес ваш сын. Мы его такому не учили». This is just his nature. It's like an iron and a magnet. Ребенок неисправимый, вы знаете, это как вот железо и магнит. Его вот никак не поменять. So все из него идет. Don't find fault in us. Мы тут совершенно ни при чем. Нас вините, вы не заслуженно нас вините. So when Rani Kashyapu heard this, he turned to Prahlad and said, "Okay. If you have not received this teaching from your teachers, then where did you get it from?" Выслушав преподавателей, Хиранья-Кашипу посмотрел на сына, сказал: "Если они тебя этому не учили, где ты этого набрался?" And what did Prahlad Maharaj say? Что сказал в ответ Прохлад Махарадж? Шри Прохлада ответил своему отцу, что осознание Кришны, матир Кришне, оно не возникает в сознании тех личностей, которые хотят устроиться в этом мире, наслаждаться здесь, грехаватанам. То есть они дают такой врат ответ, что я хочу здесь наслаждаться. Prahlad Maharaj told his father that Krishna consciousness does not appear in the consciousness of those who live with the determination that we are here to enjoy and be comfortable. И это сознание не возникает ни благодаря каким-то собственным усилиям, ни благодаря помощи извне, ни благодаря совместным усилиям этих личностей. And this type of Krishna Mati will not appear by one's own efforts or by the influence of the help of others, or like himself. Yes. Or with the combination of the two. Yes. Adanta Gopi Rishadanta Misram. Adanta Gopi, то есть эти люди, они такие личности, они хотят наслаждаться, наслаждать свои чувства. И постепенно, постепенно их жизнь становится адом, тамисра. And these people who just here in the material world to be comfortable and enjoy, they try to enjoy their senses, and slowly, slowly, their life becomes hell. Hellish, they lead hellish existence. И как они наслаждаются этим миром? Очень жалкое зрелище. Это подобно тому, как жевать пережеванное. Туна, туна, чарна, чарна. And how they enjoy this world? It's just a pitiful sight, very pathetic. It's just chewing the chewed. Шрила Гурудев приводит такой пример, что на райских планетах есть такие разнообразные наслаждения и райские сады, и там много райских дев, таких как Менаку, Урваши. И личности, совершая благую карму, они, конечно, поднимаются в рай, наслаждаются там всем этим. Но за какое-то время до этого уже кто-то этим всем наслаждался. И после них тоже всем этим будут также наслаждаться. И это все равно, что жевать пережеванное другими. Srila Gurudev brings illustrated with an idea that in Svarga there are just wonderful gardens and different types of enjoyment. There are beautiful courtesans, you know, Apsaras, Menaka, Urvashi, and one may do karmakanda dreaming to go up there and enjoy with them, but one should keep in mind that they have been enjoyed before and they will be enjoyed in the future by others, so it's very similar to chewing the chewed. И здесь на Земле все то же самое, и даже хуже. And here on Earth it's even more pitiful, and especially in Kali Yuga. Однако наши ачарьи, они дают другую перспективу. Здесь мы видим, что жуется пережеванное, то есть это очень какое-то такое мерзкое, уже не новое совсем, да? Но Шиваначарья говорит: Ядавади мамачета Кришна пада равинде наванавараса дамма нитамранту маси дадавати батнари сангами смаримане
Бхагавати Мукавикарам Сушупта Ништи Иванам Ча. Шримачарья говорит, что Кришна и лотосный стоп это Навана-Варасра, всегда новое. Здесь нету вот этих вот материальных, затхлых, уже перепробованных, надоевших наслаждений. Это постоянно обновляющаяся раса. Ramanacharya says that Krishna is Navanavarasana, that he is always fresh and delightful and relishable in, compared to everything else material, what is true, you know, it's never really fully fresh and not that delightful, and it's kind of been already around a few times. Тот, кто вкусил эту вечно обновляющуюся расу, для них вот это материальное наслаждение, просто мысль даже об этом, лицо начинает кривиться, и такие личности, как Шримачарья, они просто плюют на такие мысли. And personalities like Ramanacharya, just at the thought of this sense enjoyment, they feel disgust and they just want to spit, because they've already tasted the higher taste of ever fresh beauty and sweetness of Sri Krishna. И в завершение, жители Шри Вриндавана Дхамы, они являются олицетворением того, каким образом они вкушают эту Навана-Варасу, и в особенности Шримати Радхарани, она постоянно видит Кришну новым, и ее любовь настолько возвышена, что она порой даже не может узнать этого юношу, потому что он каждое мгновение, Кришна каждое мгновение новый, более сладкий, более красивый. And Brajavasis are the embodiment of this love for this ever fresh Krishna, and Radhika especially, she is like the epitome of that love, because she loves him so much, sometimes she doesn't even recognize him, because to her he always appears fresher, newer, and sweeter. Но это недоступно материалистам, которые находятся в парампаре Хирани Кашипу. But this understanding is beyond the comprehension for those materialists who follow the ideology of Hirani Kashipu. Благодарю, Кири Джан. Джай. Матена Кришней Паратасту Ва Митоби Падета Криха Пратанам Паданта Кобирва Шатам Тамисрам Пунапа Насчавата Чаваданам. Радха Махарадж is saying that anyone cannot awaken their awareness of Krishna by themselves. Радха Махарадж объясняет, что невозможно человеку пробудить в себе собственными усилиями осознание Кришны. Бахирмук. Потому что джива изначально бахирмук всегда в состоянии вот этого безразличия к Господу. So by their own effort or by the effort of another bahirmukh person or many together, still they will all remain bahirmukh. То не своими усилиями, не с помощью других, не совместными усилиями с другими, обусловленная джива не может возвысить свое сознание до уровня осознания Бога. They are грихапратанам. They made a vow, I will experience comfort and luxury and security in this world. И вот такие личности, они поклялись себе, что я буду тут наслаждаться, мне будет комфортно, у меня все будет, и все будет замечательно. I will make a very comfortable nest for myself. Построю гнездо себе комфортное. And live there. Буду там жить. So gradually they become more and more in the mode of ignorance. Сознание все глубже погружается в тамагуну, в невежество. And they go down into a darkest region. И они идут в ад, то есть это и получается жизнь в аду у них. They're tasting what has been tasted again and again many times. Они жуют уже пожеванное, там пережеванное много раз. You see? The parents are telling, oh, you have to go to college and then get this degree and then get this high job and then you have a family and then you earn so much money and all this. Родители дают наставление детям, закончи школу, учись хорошо, получи там диплом хороший, потом иди в университет, чтобы у тебя была хорошая работа, потом карьера, потом будет семья, дом построишь. If you want to be happy. То есть хочешь быть счастлив, следуй этому пути. But if you ask, are you happy? А спросите родителей, а вы счастливы? I was suffering the whole time. Если они честны, они признаются, да нет, все время какой-то ад был весь этот путь. So you follow this path,
Your father followed this path, his father followed this path, his father all followed this path, and all of you, they suffered all the time. And you're telling that I should follow this path. Стоит задать вопрос тогда. То есть вы говорите, вы шли этим путем, потому что ваши родители вам сказали так, и они этим путем шли до вас, и дед, и прадед, они все прошли этим путем, и все вы страдали, а теперь вы хотите для меня вот этого пути? Oh, there was a dog, and he found one day one old dry bone. А однажды одна собака, дворняжка, разыскала себе кость, старую такую засохшую кость. It had been chewed many, many times. Уже жевали другие до нее эту кость. There was no taste in it at all. Уже вся высосанная была эта кость, там уже ничего не осталось. But he thought, maybe if I chew a bit more, a little more taste will come out. Но пес подумал, если, ну, может, посильнее пожую, что-то я высосу из этой кости себе. Там. So the dog started biting and chewing and sucking on that old bone. И он стал отмусоливать эту кость старую, и сосал там, кусал ее. In the meantime, a whole pack of dogs came there. А в это время целая стая собак стала собираться вокруг него. And they were thinking, why does he have this bone? We don't have. Так подумали, а что это он там себе нашел за косточку, а поделиться с нами? So they began to attack him. Они стали бросаться на него, пытаться вырвать эту кость. Он, бедняга, с этой костью стал удирать. With the bone in his mouth. Кость зажал в пасти и бежит. But one of the dogs was biting his ear, one was biting his tail, one was biting his leg. Кто-то из других собак стал кусать его. Тот за ухо, этот за хвост, тот за ногу его кусал. He was suffering so much. Ну, так больно было и обидно вообще. So in the end he just spat out the bone. Ну, в конце концов он просто выплюнул эту кость уже. Then another dog picked it up and the other dogs were biting him. И другая собака схватилась за эту кость и уже стая побежала следом за этим победителем костей. So then, that first dog was sitting on the side of the road watching the whole fight go on. Этот пес, который уже оставили в покое, он сидел там на обочине дороги и наблюдал за этой вознёй всей. That dog with the bone is suffering so much. Why don't you let it go? Он думал, слушай, братан, ты так страдаешь, брось эту кость уже. On the one hand, he's getting not really any taste, and on the other hand, he's suffering so much. Думает, и вкуса в этой кости нет никакого, а страдания там уйма просто. But only the dog who had let go could see the whole picture of life. Ну кто мог правильно оценить ситуацию? Только тот, кто уже попробовал эту кость и уже отпустил ее, теперь он понимает, что вот в чем жизнь. The others could not see the reality of the situation. Остальная эта стая собак, они еще не понимали ничего. So Prahlad Maharaj said, Punapunas Chavita Chavananam. Oh, the living entities, they're going to hell, and on their way there, they're trying to taste the things that have been tasted many times before and never gave happiness to anyone. То есть они говорят, идут эти люди дорожкой в ад, а по пути в ад они еще пытаются там пожевать что-то жеванное, что никому никакой радости никогда не принесло до них. Even very religious persons who are trying to go to heaven. Даже религиозные люди, которые стремятся попасть в рай. There they may enjoy with Manika and Urvashi and other apsaras. Надежде там наслаждаться райскими усладами с этими апсарами, Менаши, Урваши. But how many millions of people have already gone to heaven and enjoyed with them? The Swargalok is like a brothel. Он говорит, ну сколько уже миллионов там побывало на Сварге, это как такой райский публичный дом. And where are all those people now? И где все эти люди теперь, которые там уже были? When their punya was finished, then then they come back to this world. They're back where they started from, with no gain at all. Когда закончилась пунья, то есть истощили запас пунья, все приходится покидать сваргу и возвращаться обратно на землю уже совсем без запаса. So then, hearing this, Hiranyakashipu became furious. И услышав все эти советы, наставления сына Хираньякашипу, рассвирепел. He said, you fool, Prahlad, you're criticizing me. Don't you know that the great demigods like Indra and others are worshipping my lotus feet? И он стал кричать уже на сына, ты глупый, как ты смеешь меня, мне давать наставления, учить меня жить и критиковать, когда вот сами Индра и все эти великие девы, ты поклоняются мне, у моих ног тут. Your teachers are the sons of Shukracharya, they're very learned. Do you think that they don't understand the meaning of the Shastra? Ты посмотри, кто у тебя преподаватели, эти сыновья великого Шукрачарья. Ты думаешь, они не знают сути Шастры? Don't you think that they have the correct understanding? Ты думаешь, они не доезжают, что-то там недопоняли в своем обучении? Prahlad Maharaj said, no. Prahlad Maharaj сказал, нет. Not even do. Oh, who speak? Yes.
Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Umritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nate Vidum Swartha Gatim Ki Vishnum Durashaye Bahirartha Mainaha Andayam Tandaya Rupanyan Manas Depisha Tantriyam Rudam Nibadaham. Люди, которые поглощены мыслями о мирских наслаждениях, они вследствие этого выбирают себе в качестве лидеров и гуру таких же слепцов, как они сами, которые увлечены внешними чувственными наслаждениями. Prabhupada said, those who are absorbed in the material pleasures, whose mind is absorbed in material enjoyment, they choose gurus and their leaders who are just as blind as themselves, and then it leads to blind leading the blind. На теве дух, они не знают сватартха гатим, то есть свое собственное истинное благо, они не знают, в чем оно заключается. They don't even know сватартха гатим. They don't know what's their true benefit. Которое заключается именно в том, чтобы полностью предаться Верховной Личности Бога Шри Вишну. They don't realize that the greatest benefit they can derive is to fully surrender to Supreme Lord Shri Vishnu. А если человек не служит Шри Кришне, естественным образом он будет служить Майе. If a person doesn't serve God, doesn't serve Krishna, he'll naturally serve Maya. И поэтому дурашая значит, они надеются получить наслаждение из этого материального мира. They hope to derive material pleasures in this world. Дурашие бахират майнаха, то есть за благо они считают бахир внешние объекты. And what they feel is benefit is just anything, any material object seems like they perceive as beneficial for them. И поэтому андаян тандай рупаян манас. Они вот подобно тому, как один слепой идет за другим слепым, сбивается со своего собственного пути, и оба они оказываются в яме. They're like just blind leading, following another blind and losing the path, and both end up in a ditch somewhere. Они, знаешь, ты пишешь антрему рудамни бадаха, получается, что они еще больше тем самым связываются веревками материальной природы. And more they get bonded by the ropes of material existence. И Шрила Прабхупада Махарадж, он своим собственным примером показывает, что он не принял наставление потомственного гуру, брахмана, который находится в семье Шукрачари. So Prahlad Maharaj himself, in his example, is defying the instructions given by this biological lineage of father to son, this of Brahman family, Shukracharya and his sons. Shukra значит семя, Acharya значит учитель. И то есть испокон веков люди стремятся принять прибежище в какой-то семейной, ну, потомственной. Да, потомственной преемственности. То есть они стремятся получить в гуру как будто, ну, ДНК парампри. Да. So Shukra means seem and Acharya means guru. So it's historically people tend to, they inclined to receive instructions from these biological disciplic successions. Но истинный гуру, он Шротрия, он это та личность, которая услышала и приняла трансцендентные знания от представителя истинной духовной парампары. But true guru that worthy of following is that Shrotriya, he who heard and imbibed the transcendental knowledge from bona fide teacher and is capable of bestowing this knowledge to others. Prabhupada said, Na te vidu swartha gatim ivishnum darasha e bahyatamanina andayat vandar upadiyamanas te pisha tantram urudam nibadha. You ask me, is the teaching of Sandamaka correct or not? Prahlad сказал отцу, ты спрашиваешь меня, вот эти наставления, учения Шандамарки, они верны или нет? So I say no, why? Because na te vidu, they don't know.
Я еще говорю, что их наставление, что их понимание шастры неправильное. Свата Гатим и Вишну, that the self-interest of every living entity is in the service of Vishnu. Их понимание неверно из-за того, что они сами не понимают, что сва-арта каждого — это в служении, что высшее благо каждого — это в служении Вишну. Everyone is thinking, what is my self-interest? How I can be happy? Каждый же действительно старательно защищает свои интересы, говорит, я хочу думать о себе, защищать свои интересы, я хочу быть счастливым. But the Supreme Lord is the Atma of your Atma. Но Верховный Господь — это душа вашей души. If a person can just act to give the happiness, a person can just serve the Supreme Lord and please Him, then automatically the soul becomes fully joyful. На самом деле состояние души полностью зависимо от состояния вот параматмы, удовлетворения Бога. И если душа готова угодить Господу и Он доволен этим служением, то автоматически душа будет счастлива. So you should think that your self-interest is not you. Your self-interest is the self of yourself. Поэтому, если вы умный эгоист, то понимаете, что ваши интересы заключаются не в том, что угодить себе, а в душе своей души, параматме, в Кришне. These teachers don't know anything. Why? Durashaya. Ashaya he means chitta. А эти учителя ничего не знают, потому что Durashaya. Ashaya это чита. It is Durashaya. It is full of materialistic impressions. Durashaya, у них дурная чита, то есть немного материальных всяких вот впечатлений. And because of these materialistic impressions, yei bahi artamanina, they think that there is some value in the external objects of the senses. They don't know that this external world is like a dream. And the true value is in the internal world. То есть они обусловлены вот этими мирскими наслаждениями и придают ценность мирскому наслаждению, веря, что в этом кроется счастье, не понимая, что тут нет никакого счастья, и счастье кроется в трансцендентном благе. Why do they think the real value is in the physical world? Почему они вот думают, что счастье и ценности в мирском всем? Because they are blind. They have no spiritual vision of the transcendental eternal world. Они придают важность мирскому, потому что они ослепые, они не видят ничего духовного. So they are simply leading each other around in this material world. Поэтому они идут кругом, слепой за слепым, кругами вот в этом материальном мире. They piece central urudangi bada, being bound up by the very stringent laws of karma. И повязанные вот эти ограниченные всячески строгими законами кармы. Like a blind leading the blind. Как слепой, который ведет за собой слепых. Once there was one blind man. Однажды один слепой. He heard the sound of someone moving with a stick. Слышал, что рядом кто-то идет с палкой, бьет с тростью об землю. He said, "Who's there?" Он сказал, кто там? It was another blind man. А это еще один слепой шел рядом. The other blind man, he said, "Oh, it's me, Kamal Nayan." Lotus eyes, Kamal Nayan. Сказал, лотосовокий, Kamal Nayan. Who are you? А ты кто? Oh, my name is Divya Chakshu. А меня зовут Божественный взор, Divya Chakshu. Divine eyes. Божественные глаза. And they were walking along. И шли вместе рядом какое-то расстояние. Another blind man. Heard the two blind men walking by. А еще один слепой стоял на обочине, услышал, рядом идут двое. Who are you? Кто там идет? I am Kamal Nayan and this is Divya Chakshu. Who are you? Лотосовокий, божественный взор. А ты кто? Кто? My name is Sarvadarshi. А я Sarvadarshi. He's one who can see everything. Всевидящий. So he got up and he followed them. И он присоединился к этой группе, пошел рядом с ними. So they were hearing each other. Слышали удары трости друг друга. Then suddenly they heard a sound. Вдруг что-то громкое, гул какой-то услышали. Divya Chakshu said, oh, what happened? Divya Chakshu закричал, что случилось? Kamal Nayan had fallen into the ditch. Он лотосовокий свалился на туда, в канаву куда. So Divya Chakshu said, hey, what happened? Divya Chakshu с тростью щупал, что случилось? Kamal Nayan said, don't worry, everything's okay. Kamal Nayan сказал, все в порядке, не волнуйтесь. Then Divya Chakshu also fell in the ditch. Divya Chakshu так продолжает и тростью то находить этого Kamal Nayan, тоже свалился в эту же канаву. Sarvadarshi заволновался. Ребята, вы где? Что происходит? Divya Chakshu said, don't worry, everything's fine. Divya Chakshu, тогда все хорошо, успокойся.
So then Sarvadashi also fell. Sarvadashi тоже до этой же канавы дошел и свалился. So this is the anta parampara, the parampara of the blind. Это парампара слепых. And by these words, Prahlad Maharaj was the dhwani. He was insinuating, yes, you and your guru Shukracharya and Sandamaka, they're all like this anta parampara. То есть два не вот этой речи Прахлад Махараджа такой скрытый смысл отцу был, что все вы слепые, ты идешь за слепым Шукрачарьей. Сыновья его тоже слепы, и вы все движетесь туда, в канаву. Hiranyakashipu said, oh, so you're saying, I don't have knowledge. How can I get this knowledge that you're talking about then? Отец сказал, как любопытно, забавно, ты говоришь, can I get it also? Что у меня знаний не хватает. Как мне вот эти знания раздобыть? Prahlad Maharaj said, yes. Everyone has to follow the same method to receive this knowledge, whether you are king or whether you are a beggar. Everyone has to follow the same method, then they can attain this knowledge. И Прахлад Махарадж сказал, существует лишь один метод получить эти знания. Этот метод один и для царя, и для нищего. Нет другого пути. So what did Prahlad Maharaj say? И что затем сказал Прахлад Махарадж? Who? Oh, come. Here. There. Шри Прахлад Махарадж сказал. Найша мати става туру краман крим. Пришатанардха Пагамосаярдха Махьясампадараджо Бишеха Нишкинчанам Навринита Яват. Шри Прахлада Махарадж сказал, даже закоренелый материалист может очиститься, и он может достичь Господа, которого прославляют за его великие деяния, Господа, которого называют Курукрамой, если он почтит пыль с лотосных стоп чистого вайшнава. Чистого вайшнава, кого называют Нишкинчана. То есть он не привязан никаким материальным приобретением. Он равнодушен ко всему, что происходит в этом мире. Prahlad Maharaj said that even the grossest materialist can attain the great Lord Rukram, who is glorified for his great achievements, by accepting shelter, accepting the dust from the feet of pure Vaishnava, who is Nishkinchana, who is not attached to anything, and who is equally disposed to everything and everyone. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху пишет, что есть только один способ преодолеть материальные страдания, преодолеть наши анатхи, источник всех страданий, которым в первую очередь является это материальное тело. Шрила Прабхупада explains in his commentaries to this verse that there is only one way to overcome all the suffering, in particular having to be embodied in this material body. И проблема людей этого мира в том, что они пытаются получить какие-то знания от материалистов, от политиков, от обычных учителей, но они не обращаются к трансцендентному знанию. The problem of people of this world that they follow the authority of, they try to receive knowledge from politicians, from great famous personalities, material teachers, but they don't seek spiritual advice from a realized soul. И таким образом Шри Прахлад Махарадж дает наставление всем, что это единственный способ получить истинное знание. And thus Prahlad Maharaj instructs all that the true way to receive actual knowledge is to approach a realized personality, spiritual. Hear very carefully. Prahlad Maharaj is telling us how we can attain bhakti. То есть слушайте внимательно, потому что Прахлад Махарадж рассказывает о том, как обрести бхакти. Naisam mati stavad arukramangrim. As one will not have the mati, that is a consciousness of the lotus feet of Urukram Sri Krishna. Тот, кто не обладает сознанием лотосных стоп Кришны.
Why? Because he has anarthas. То есть кто не обладает сознанием Кришны, тот, кто имеет много анарт, скверное сердце. The chitta is impure, full of many desires and attachments. Сердце грязное, в нем очень много привязанностей, очень много желаний. Спрашаттаната панамойатата. Anartha apagama means the anarthas will not disappear. Там битком набита анарт, и они никуда не собираются сами по себе уходить. These attachments, this ignorance, it will not go away by any means. То есть там столько слоев невежества и скверны, что это никуда, эта грязь не уйдет. Except for one. Mahiyashan's pararajobhishekam. One has to do abhishek. That is, take a full bath from head to toe in the foot dust. Pararaja, in the foot dust of Niskinchana. A Vaishnava who is completely detached from this world, who has nothing, but he has one thing. His only possession is Sri Krishna. Единственный способ смыть эту скверну из сердца — это принять абишеку, полное омовение от макушки до ног в пыли падараджи, в пыли с лотосных стоп Нишкинчина Вайшнава, Вайшнава, у которого нет ничего, каких привязанностей, ничего мирского, но у него есть одно сокровище — лотосные стопы Кришны, это его собственность. So what does that mean to do abhishek in the foot dust? Что значит принять омовение в пыли со стоп? If a pure devotee is walking, does it mean you can dig up the dirt there and then put it in one, like in a banya, you know, they have a big bucket in the banya, and then you can pull the rope. Это что значит бежать вслед за чистым преданным с лопаткой, там нарыть пыли себе, потом там в распылитель, как в бане, там этот ушак холодной воды, там в такое ведерко, и себе на голову всю эту пыль высыпать. Это вот это значит абишека? No. To do abhishek in the foot dust of a pure Vaishnava means tadvidhi pranipatena, approach pure Vaishnava and there surrender. Нет, это означает просто кроткое самопредание чистому Вайшнаву. Parikrasnena, inquire and hear the sweet harikata from the lips of the pure Vaishnava. То есть предаться полностью, быть готовым, задавать вопросы уместные и окунуться в поток харикатхи из уст этого Вайшнава. Guru Mukha Padma Vakya, Chitite Koriya Aikya. And every word that the pure Vaishnava is speaking, make it completely one with your heart. What was there before, throw it all out. And only accept this. Просто опустошить себя от всего, что было внутри, и сделать себя полным, и вот наполнить сердце вот этими словами из уст чистого Вайшнава Шри Гуру, заполниться этим потоком. Parikrasnena Sevaya. And engage all one's senses in the service of that pure Vaishnava. То есть задавать вам уместные вопросы, спрашивать и также активно совершать служение. The dust of the lotus feet of a pure Vaishnava is Aprakrita Satchidananda. You cannot even see it. Пыль с лотосных стоп Вайшнава вообще Апрагрита, она невидимая для материального взора. Вы ее не увидите и не соберете никак. But by following the process of surrender, hearing and service, then one may, by the blessings of that Vaishnava, see the transcendental Padaraja foot dust. Но вот этот акт самопредания и служения активного, и воспрошания, и слушания Харикатхи как раз вот эта пыль станет видима нам. То есть придут откровения, придут трансцендентное понимание. And being touched by that foot dust, all the anarthas will disappear. И от прикосновения вот этой трансцендентной пыли со стоп Вайшнава, этого контакта с саду, все эти анархи начнут уходить из сердца. Your material mind will be... Материальный ум gone. Просто исчезнет, испарится. No worldly thoughts at all. Не останется в голове никаких мирских мыслей. Only pure awareness of Sri Krishna. Только полностью вот это сознание, постоянное, непрерывное сознание Шри Кришны. How beautiful. Какое это прекрасное состояние. Then all the meaning, the true meaning of the Vedas becomes obvious. И тогда истинный смысл Вед становится ясным. Ясса деви прабхакти, ята деви тата грота сайти катита ята пракашанте махатмана. For one who has love for Supreme Lord, loving service to the Supreme Lord and not less to his own Guru, all the mysteries of the Vedas manifest in his heart automatically. Для того, кто любит, предан Господу и не менее любит и предан своему духовному учителю, все
мистерии вер станут известны. When Prahlad Maharaj finished speaking this, Hiranyakashipu flew into a blind rage and he threw Prahlad from his lap. Не успел Прохлад Махарадж досказать уже сказанное, Хираньякашипу просто уже озверел и сбросил ребенка с коленей. God, take him away and kill him by any means. Просто заорал истерично: стража, заберите его, убейте его, вообще, чтобы я его не видел больше. So the soldiers, the demon soldiers, took Prahlad away to kill him. И асуры, демоны, стражники схватили ребенка, чтобы увели его убить. They took him to the top of a mountain and they threw him off the mountain. Всячески пытались извести его, затащили его на обрыв, на скалу, сбросили оттуда. But Prahlad was in bliss. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Ребенок безмятежно повторял Харинаму, он летел с этой скалы. Кришна appeared and caught him and put him on the ground. Кришна тут же появился, поймал его, поставил на землю, целого невредимого. So then they threw the boy under the feet of a stampede of elephants. Затем ребенка загнали туда в толпу озверевших слонов, чтобы они его затоптали просто. But when the elephants approached Prahlad Maharaj, it was as if there was some electricity there, and they were shocked and they ran away. Но как только слоны приближались к нему, как будто бы било током там, где стоял он за этой чертой, они разбегались в стороны от него. They put Prahlad Maharaj into a pit of poisonous snakes. Затем бросили ребенка в яму с ядовитыми змеями. But the snakes became his friends. Змеи тут же подружились and с Прохладом и не трогали его вообще. So then they thought, oh. Let's put him in, lock him in a prison and let him starve to death. Ну подумали, надо извести его голодом тогда. Посадили его туда в темницу и решили не кормить. So they locked him in a jail for many days. Заперли на много дней его. See, Krishna appeared there and gave him a plate of Mahaprasad. Кришна тут же появился в тюрьме с тарелкой Махапрасада. Prahlad was honoring the Mahaprasad. Радостно почитал Махапрасад. The guards heard someone's eating. Стражники слышали, что-то чавканье там издается. Что это там? And then they saw Prahlad Maharaj. Что он там живет? Они пошли посмотреть. Oh, tell Hiranyakashipu! И увидели ребенка и стали говорить: доложите Хираньякашипу. And Prahlad Maharaj took those transcendental remnants and threw them at the guards. Here, taste this, you'll get bhakti. Прохлад Махарадж с тарелкой стал брать Махапрасад и бросать в этих стражников. Говорит: кушайте, кушайте, вы получите бхакти. They tried to feed him poison. Потом пытались отравить ребенка. But Prahlad Maharaj took it and Supreme Lord transformed it into nectar. Он бесстрашно выпил яд, но Господь тут же обесточил яд, там сделал его нектаром. Хираньякашипу was so worried. Хираньякашипу уже переживал. Then his sister came to him, Holika. Он уже, oh, my dear brother, don't worry about anything. I'll take care of this. Измучился, не знал, как извести ребенка, но Холика, его сестра, сказала: о, дорогой брат, что ты печалишься? Я тебе помогу. I have a benediction from Lord Brahma that I cannot be burnt by fire. Ты же помнишь, я получила благословение от Брахмы, что я буду огнеупорной, меня невозможно сжечь. Make a big funeral pyre and put one seat there. I'll sit there and I'll take Prahlad in my lap and hold on to him. Then you can set fire to him. Поэтому навалите гору дров, там поставьте мне трон посередине, я сяду, возьму его на коленки и пусть горит. So Holika, she sat on the pyre and said, oh Prahlad, mine. Nephew, come to your auntie, Holika. И Холика залезла туда на трон среди этих всех дров и стала звать сладким голосом племянника: о, племянничек, иди сюда, иди к тете Холике на коленки. And she held Prahlad tightly in her lap, and the demon set fire to it. Как только он подошел, она хватилась за него крепко и уже не отпускала от себя. И тут же стражники под ее команду разожгли огонь. The flames went up to the sky, no one could see what was going on. Полыхнул такой костер, что до неба эти языки пламени достигали, никто вообще не видел за этой стеной огня, что там происходит. But when the flames died down. Долго там все горело, но когда стал тухнуть уже потихоньку костер. There they saw in the ashes Prahlad was chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. То на горе пепла они увидели радостного Прохлада, который воспевал Харинаму. He was very happy. Он был счастлив. And Holika was ashes. А тетя уже была пеплом. So then Hiranyakashipu became so desperate. He thought, if I cannot kill him, then maybe when he grows up, then he'll remember all the things that I did to him and tell everyone. And my reputation will be ruined and he might kill me.
И Хираньякашипу уже по-серьезному запереживал, впал в отчаяние, думает, боже, что ж творится, сейчас убить его не могу, вдруг он потом подрастет, всем расскажет о том, что я пытался его убить, испортит мне репутацию, а потом, может, еще найдет способ меня извести, надо что-то с этим делать сейчас. Санда и Марка, они консолили его. Они сказали, о, Ваше Величество, пожалуйста, не беспокойтесь. Санда и Марка успокоили Хираньякашипу, сказали, Ваше Высочество, да не переживайте вы так, мы придумаем. You have controlled Indra and all the demigods. Но вы же подчинили себе Индру и всех девок. This Prahlad is just like a mosquito compared to you. Так кто этот Прохлад? Это комар мелкий по сравнению с вами. Our father has gone away to do some austerities and meditation. He'll be back soon. He'll know how to solve everything. Отец сейчас отправился на ретрит. Он медитирует, там набирается мудрости. Когда он вернется, он уже посоветует что-то дельное. And he'll make Prahlad a very good boy. И может он перевоспитает этого ребенка. So just we'll keep him in our school and take care of him until Shukra Acharya returns. Давайте сейчас уже не принимать никаких радикальных мер. Оставьте его в школе под нашим присмотром. Дождемся возвращения отца и потом разберемся уже с ним. So Shanda means eunuch. Шанда значит евнух. Eunuch cannot make anyone pregnant. То есть евнух никому помочь забеременеть не Because может. Because they have no potency. То есть потенции нет. So that teacher who has no tapagyan, he cannot inspire the tapagyan in the heart of the disciple. И вот такой учитель, который сам не обладает никакими знаниями, он не может поделиться этими знаниями ни с кем, вложить right. в ученика. Marka means eclipse. Tapagyana. А Марка – это затмение. Everything becomes dark. Все темное. So those who follow him, they will go in darkness. Те, кто пойдут за ним, за Маркой, они окажутся во тьме. So they took Prahlad in their school and again began to teach him the worldly subjects. Снова учителя забрали ребенка в школу, стали обучать мирским всяким предметам. Only diplomacy, hypocrisy, and how to make money. Дипломатия, лицемерие, экономика, финансы. So one day, when the teachers were taking a break. They tied up Prahlad Maharaj, so he wouldn't make any trouble. И когда учителя однажды пошли на перерыв, они связали Прохлада, чтобы он там не бедокурил у них. And then Chanda Marka, they went away. То есть привязали его и пошли на перерыв. So while they were gone, the other boys came and they untied Prahlad. Пока учителей не было, другие друзья, студенты, другие ученики развязали Прохлада. So then Prahlad Maharaj thought, oh, these Asur Balak, these demonic boys, they have untied me. So I will untie them from the samsara, the cycle of birth and death. И Прохлад был настолько растроган тем, что эти маленькие асуры, школьники помогли ему, они, то есть, освободили его. Он подумал, они освободили меня от этих уз, которыми связали меня учителя, а я в качестве благодарности вызволю из уз материального существования из этих веревок. Прокрста, Абадане, Лад, who gives? The best joy. Prakrista Avadane Lad means Prahlad. Prakrista Avadane Lad, тот, кто дает лучшее блаженство, это Прохлад. So Prahlad Maharaj wanted to give the highest joy to us. Он хотел высшую радость подарить этим детям. He said, oh, I have a game that we can play. Он сказал, ребята, я придумал новую игру, в которой мы можем сыграть. It's called Харинам Санкиртана. Игра называется Харинама Санкиртана. The Asur Balak, the demonic boys, they said, oh, that's for old people who can't do anything else. Маленькие демоны сказали, да это игра для пенсионеров, которым уже ничто не под силу. And when we're old, we can also do that. Ну, когда мы состаримся, мы тоже сыграем в твою игру. But now we're young, we just want to play. Но сейчас только сил, хочется резвиться, играть. Prahlad Maharaj said, this is not a good idea. Прохлад Маха сказал, я не рекомендую вам резвиться и играть сейчас. What did Prahlad Maharaj say? Что им сказал Прохлад Махарадж? Минуточку. Дети демонов. Ом агенти рандасья. Я надо нашла чакшуру медитамина, дасмай Шри Гурвей намаха. Шри Прахлада Увача,
Комара Ашарья Прагью, Дарман Бхагаватан Иха, Дурлаба Манушам Джанма, Тадапьяд Друвам Артадам. Тадапа Друвам Артадам. Тадапа Друвам Артадам. Прохлад Махарадж сказал своим товарищам по школе. Прохлад Махарадж told his classmates. Коумарам Ачарьят Прабьё. Начиная с самого раннего возраста, с самых нежных лет, с самой юности, человек, который является Прагьей, о, Господи, он должен совершать Ачарьят, он должен совершать практику. Какую практику? From the very tender age, from youth, one must engage in practice. What kind of practice? Dharman Bhagavatam Iha, yes. Он должен совершать практику, которая является наилучшей, наивысшей практикой. Это дхарма. Какая дхарма? Пара дхарма, Бхагават дхарма. Ой, Господи. Иди сюда. He should do the deepest, the best dharma, Bhagavad dharma. He should be engaged in that practice. Yes, если то, как это было сказано выше, Шраванам Киртанам, Вишнусмарнам, любовное преданное служение Господу, Шри Кришне. As it was described before and instructed by Prahlad Maharaj by engaging in bhakti, by performing the acts of bhakti, loving service to the Lord. Мы родились, имея человеческую форму жизни. И эта человеческая форма жизни, это тело, оно является очень редким, дурлабом и очень драгоценным даром. And Prabhupada said that this manushya, the body of human body, is durlabha, is very difficult to obtain, it's very rare. Но все тела этой вселенной, они имеют временную, тленную природу. But still all the bodies, all the material forms of this universe, they are mortal and they are asad. Но тем не менее, даже несмотря на эту временность и тленность, человеческое тело, человеческая форма жизни, она имеет огромнейшее преимущество. But despite being temporary, this human form of life has huge advantages over other forms of life. Это возможность совершать преданное служение Господу. It's an opportunity to perform a devotional service to the Lord. И даже если человек совершает малую толику преданного служения, но совершает с искренностью, то тогда он может обрести совершенство своей практики и увенчать эту человеческую форму жизни успехом. And even if a person performs a little bit, but sincerely, he already has a great chance to become successful. His life will become a success. Yeah, thank you. Prahlad Maharaj said, Kamara Achat Pradhu Dhaman Bhagavatanitam Dhulabham Manasam Janma Tadapya Dhruvam Artadam. One should practice this bhakti, Bhagavad Dharma, from childhood. Prahlad Maharaj сказал, что с детства нужно практиковать эту Bhagavad Dharma. The little boy said, but when you are a child, you have no adhikar, no eligibility to follow Varnashram Dharma. Дети сказали, ну в детстве у нас нет квалификации на то, чтобы следовать Варнашрам Дхарме. Prahlad Maharaj said, Bhagavad Dharma. This is not Varnashram Dharma, this is Bhagavad Dharma. It is related only to the Supreme Lord, not to worldly activities. Он сказал, при чем тут Варнашрама Дхарма? Речь идет о дхарме, направленной на Господа. Она превыше всего, она никак не связана с мирской квалификацией. So, you can practice this. You must practice this from the very beginning of your life. Поэтому то, что вы должны на самом деле практиковать с раннего детства эту дхарму. One of the boys said,
But you can be successful if you start in yovanam, in your youth, when you become a young adult. Ребенок возразил, да зачем начинать в детстве, можно добиться успеха в этой практике, даже если я начну там в юношестве. But Prabhupada said, Kaumara ate pragya. A person who is pragya, intelligent, knows that there's no guarantee that we will grow up. We may die before we attain our youth. And then we have missed our chance. Прохлад Махарадж сказал, трезвомыслящий понимает, что нет гарантии, что мы доживем до подросткового или юношеского возраста, и тогда у нас будет вообще ничего не останется, поэтому надо начинать сейчас. Then another boy said, yes, but if you die before you become a youth, then no problem, you can practice bhakti in your next life. Кто-то еще из мальчиков сказал, ну что страшного, ну не доживешь, не успеешь начать в юношестве, но потом переродишься, и тогда уже начнешь бхакти. No, there's no guarantee that you'll be a human being in the next life. The human life is very, very rare. На это Прохлад Махарадж сказал, где гарантия, что вы получите человеческую форму жизни потом в следующем рождении, потому что это великая редкость. Though that you are alive today, there's no guarantee that tomorrow you'll be alive. So you have to do bhakti. Now. То есть нет гарантии. Сейчас ты жив, и ты знаешь, и ты можешь. А если ты будешь откладывать на завтра, ты можешь не дожить, а потом уже можешь не получить человеческую форму жизни. Тадапи адрувам. This life is адрув, not fixed. Потому что нет гарантии, в жизни не зафиксировано. You may not be alive tomorrow. Сколько кому осталось, никто не знает. One boy said, look, if we're not going to be alive tomorrow, how are we going to get perfected in bhakti in such a short time. Мальчик сказал, если мы не доживем до послезавтра, как мы успеем за один день достичь совершенства, если мы начнем сегодня? Prabhupada said, tadapi adhruva artadam. No, this human form of life is very effective artadam in giving what is valuable. Artadam. Но Prabhupada сказал, нет, эта форма жизни очень ценная, она дает результаты быстро, она может благо принести. Katvanga Maharaj. He found out that he would die in only 24 minutes. Когда Катванга Махарадж узнал о том, что ему осталось жить 24 минуты, so he quickly, the devatas brought him to earth. That took 12, he only had 12 minutes left. But in 12 minutes, Катванга Махарадж surrendered to Supreme Lord and became perfect. Он узнал о девах, быстро за 12 минут они его переместили на землю, у него оставалось 12 минут, но он совершил такой искренний акт самопредания Господу, что он достиг совершенства за 12 минут. So we should all, without delay, serve Supreme Lord according to the mood of our choice, as a friend, or as a servant, or as a parent or beloved. There are so many moods in which one can serve the Lord. Поэтому каждый из нас должен вот в определенном настроении, там или слуги, или друга, родительской любви, или романтической любви в своем определенном вкусе предаться Богу и служить Ему. Prahlad Maharaj said, look, at most, your life is 100 years. Прохлад Маш сказал, ну представьте, ну проживете вы, допустим, 100 лет. Of those 100 years, the first 20 years are spent in just getting education. Сначала первые там 20 лет потратите на образование. Childhood is wasted playing, first 10 years wasted in playing, another 10 years in getting education and learning your trade. Детство потрачено на игры, там первые 10 лет, а потом еще 10 лет в школу ходить. The last 20 years, from 80 to 100, you have so many sicknesses, illnesses, that you cannot do anything. Забудьте про последние 20 лет, от 80 до 100, потому что это будет болезни, и там уже не добавлено будет. So 20 is gone in the beginning, and 20 is gone in the end, that leaves only 60 in the middle. Отнимите уже 20 с начала, 20 с конца, там уже остается 60 посерединке. But in those years in the middle, 30 of those years you spend sleeping. 30 лет уйдет на сон. У вас the time is wasted. Почти половина там потратите на дрему и сон. So now you have only 30 years. То есть по факту остается где-то 30 лет нам. And in that time, what will you do? In short, very short life. А это малое время, что вы там успеете? The mind becomes filled, oh, my wife is so nice. Потому что к тому времени будет много привязанности в уме, вот эта привязанность там к жене. My husband is so nice. Или там мой муж такой хороший, жена. Maybe not so nice, but my second husband was. Ну, может, первый не был такой хороший.
хороший, зато второй очень хороший. For a few years. Ну, последние пару лет. And then was not so nice. Был хороший. But my third husband will be very nice. Но сейчас не совсем хороший, но следующий, третий будет хороший, однозначно. The mind is thinking, oh, my dog, my cat, my horse. А собачка, моя собачка любимая, или у кого-то там кошечка, или лошадка. My car, my kitchen. А моя любимая машинка, кухню какую себе сделала. My shoes. А туфельки. All my children speak so nice. А дети, какие у меня сладкие дети. So the living being, he becomes like a silkworm who wraps himself in a cocoon so tightly that he cannot get out and dies there. Человек становится похожим на шелкопряда. Он обвивает себя сам же этой шелковой нитью в кокон и уже из этого кокона там выбраться не может, уже связал себя сам. The mind is so distracted that he does not notice that his life is passing. His chances, he's losing his chance. А ум настолько отвлечен всей этой внешней мишурой, вообще не дает себе отчет в том, что время бежит, уже годы прожиты, их уже не вернешь, и уже все заканчивается. If he goes into his kitchen and sees that he is running out of cakes, he becomes in great anxiety. Но человек... But his life is running out and he doesn't care. Если же он зайдет на кухню, посмотрит в холодильник и там видит что-то пустые полки, и там тортик исчез, он опечалится, это будет серьезная трагедия. А то, что у него там уже годы просто попусту потрачено, и он не заботится об этом. Even a very learned person, if you ask him, oh, now your time has gone, why didn't you do better? Даже если очень умного человека, там, заслуженного спросить, так уже годы прожиты, почему вы батином не занимались? He's like, well, first, I was born with two legs. Он скажет, ну, сначала я родился, у меня было две ноги. But after some time, I had four legs. А потом еще две появились, четыре уже. Means he got married. То есть женился. And then I had six legs. А потом шесть ног. And then eight legs. Восемь. How could I neglect these? Ну как я могу не позаботиться о ногах этих дополнительных? And now my time has gone. А да, сейчас уже заканчивается время. So Prahlad said, one should not endeavor for worldly happiness. Prahlad Maharaj говорит, не надо прилагать усилия в поиске вот материальных благ всяких, удовольствий. Just as suffering comes to you in your life without making any effort for it, so happiness comes by itself without any effort. То есть вы же не напрашиваетесь на страдания, то есть не призываете, никак активно не прилагаете усилия, чтобы что-то нехорошо сложилось в жизни. One, аналогичным образом, хорошее приходит само по себе, как и плохое. One should strive only to attain Lord Narayan. Так, активно прилагать усилия надо только в сторону служения Богу, чтобы обрести Нараяна. The boy said, but Narayan is very far, far away. Мальчик сказал, но Нараян, он же так далеко. Prahlad said, no, he is in the heart of everyone. Нет, сказал Прохлад, он в сердце каждого. So give up your demonic mentality. Просто отбросьте свой демонический менталитет. And show affection and kindness to all living beings. Отнеситесь с любовью и состраданием ко всем живым существам. Lord Narayan is living in your heart and in the heart of every person, but you cannot see him because you have the demonic mentality of hostility towards other people. If you give that up, you'll see him everywhere. Господь Нараяна живет в сердце, и в твоем. Он везде, но просто из-за вашей враждебности, вот этого менталитета обусловленного, демонического, вы не видите его. You can realize him through bhakti, but you cannot realize him if your mind is unsteady. So the mind is made steady by janadapi sunichena. Being very humble and giving respect to everyone, then the mind becomes steady, and then by chanting you can see him. Вы не можете постичь его из-за того, что у вас нестабильный ум, но ум можно успокоить посредством бхакти, и тогда вы начнете видеть его повсюду. He's very easy to please. И Господу очень легко угодить. Then Prahlad Maharaj said, the Vedas recommend only bhakti. I've learned this from my guru Narad. Prahlad Maharaj сказал, Веды рекомендуют лишь один путь, только бхакти. Я узнал это от своего учителя Нарады. The boy said, how is that possible? You go to the same school as us. Какой еще такой учитель Нарада? To learn from Chandamarga. When did you learn from Narad? Мы не знаем такого учителя. Ты всю жизнь с нами в одной школе учился у Шандамарги. Откуда, кто этот Нарада? So he described how. When Hiranyakashipu was doing austerities in the valley of the Mandara mountain, at that time Kayadu, Pladmar's wife, was pregnant, and the demigods, they thought, oh,
this Hiranyakashipu is so bad, his son will also be evil. Let's do an abortion. And the demigods came and they came to kidnap Kayadu and kill the child in her womb. И Прохлад рассказал мальчикам историю свою того, когда отец совершал аскезы в долине горы Мандары, а мама Каяду как раз была уже беременна Прохладом, и девы обеспокоены тем, что у такого великого демона родится еще там похлеще сын, то есть яблочко от яблони, они решили, пока нет отца, надо как-то поймать маму и обесплодить ее, то есть надо убить этого ребенка в зародыше. Narad Muni came there and told the devatas, oh, don't touch her. It is not a demon in her womb, but a great devotee. Но Нарада Муни вмешался и остановил деву, сказал, не вздумайте причинять вреда ее плоду, потому что это он будет не демон, он будет великим преданным. So Indra and the devas, they gave pranam and they left, and Narad Muni took Kayadu to his ashram, where Narad Kund and Giriraj Govardhan. И Нарада тогда объяснил это все. Индра и другие девы поклонились Каяду и ушли, а Нарада забрал царицу Каяду к себе в ашрам на Гирирадж Говардан, Нарада Кунду и. And there he spoke Srimad Bhagavatam for 100 celestial years. Prahlad Maharaj was in the womb and listening to Srimad Bhagavatam. И там в течение этих 100 райских лет он рассказывал Шримад Бхагаватам, и Прохлад Махарадж с великим удовольствием слушал всю катху, находясь в лоне мамы. So I have learned all this from Narada Muni. И вот сейчас он делится всем, что он узнал за эти годы у своего учителя с детьми. Prahlad Maharaj said that the soul has no relation with the material body. Прохлад Махарадж сказал, что у души нет никакой настоящей связи с плотью. Just as in a dream, it seems you are doing so many things, but this is only imposed upon you by your intelligence, by rajasic intelligence. So in the same way, this identification with the material body, this is imposed by the Supreme Lord's Maya. Он объяснил, что во сне вам многое разное снится, но все это проекция интеллекта, это не настоящее. И когда вы бодрствуете, все, что вам кажется, вот, что вы это все деятельностью занимаетесь, что душа вовлечена в это, на самом деле это проекция, созданная иллюзорной энергией Господа. So this influence of the three gunas, Sattva-gun making you awake, Raja-gun making you dream, and Tama-gun putting you in deep sleep, this movement of the buddhi has to be stopped. То есть вот это колебание маятника, вот эта игра трех гун, то, что сатва нас пробуждает, раджас приносит ясновидение, тамас погружает нас в глубокий сон, все это надо остановить. Then you go into turiya, the fourth state of consciousness, samadhi, trance. Нужно выйти из этих состояний и оказаться извне, и погрузиться в четвертое состояние сознания, турию. That is the real meaning of yoga. То есть это истинный смысл йоги. The mind must be destroyed. То есть разрушить надо ум полностью. No more waking, dreaming or deep sleep. Чтоб не было этих состояний там сновидений, пробужденного состояния, глубокого сна. Pure realization of Krishna's source. То есть выйти на совершенно другой уровень бытия, в постоянного сознания Кришны. But Subhava still pravartate somehow or other. That Vaishnava's body still seems to take rest, wake up, like other persons. But actually, they are beyond these three states of consciousness. Свабхавасту правартате, но все равно внешне кажется, что тело чистого Вайшнава продолжает тоже там спать, сидеть, что-то действовать. Но это все происходит как по инерции внешне. Дарьяти асу я кушам, наргинам, аналоята. Сознание в полном самадхи. Just like when you eat food, you don't think how to digest it, but the digestion goes on automatically. So in the same way, as a person engages in hearing, chanting and remembering about Krishna, his shukshma sharira, subtle body, mind, intelligence and ego is digested. То есть когда вы кушаете, by the fire of bhakti. Вы просто кладете еду в рот, не думая, как сейчас она будет перевариваться, что дальше с ней случится там и так далее. Вообще об этом не задумываетесь. Аналогичным образом, когда вы совершаете бхакти, шукшма шарира, то есть наше тонкое тело, ум, интеллект и ложное эго, они начинают растворяться, то есть перерабатываться.
So then the boy said, then tell us, what can we do to satisfy this Supreme Lord? Заинтересованные мальчики сказали, тогда поведай нам, что мы можем сделать, чтобы угодить Верховному Господу. Who is ready? Guru Sushusra? Кто нам расскажет, что можно сделать? Then we have to have a repeat. Guru Sushusra Bhakta, who is there? Gopinath. Gopinath. Гьянанджана Шалакая Чакшурум Литамина Тасмай Шри Гураве Намаха Гуру Шушрушая Бхактия Сарвалабдарпанена Чам Сангена Саду Бхактанам Вишвара Раданена Чам Шадая Таткатхаям Ча Киртанай Гуна Харманам Татпадам Буру Хадьяна Таллингек Шарханадиби. В предшествующем стихе говорится, что из тысячи способов обрести освобождение, лучшим является тот, который дает привязанность, любовь, преданность к Верховной Личности Бога. In the previous verse it was said, out of thousands methods to achieving liberation, the best method is the one that cultivates attachment and love for the Lord. И Шри Прохлад Махарадж дает описание этого процесса. Гуру Шушу Шая Бхактия. То есть человеку необходимо принять прибежище у истинного гуру, быть им в обучении и стараться познать санатану дарму, истинную дарму души. That one should take shelter of the true spiritual, bona fide spiritual master, be inquisitive and realize санатан дарма. Try to understand санатан дарма. Сарва лабдар панена ча. То есть все, что есть ученика, он должен предложить своему гуру. Everything that disciple has should be offered to the spiritual master. У каждого человека есть жизненная сила, какое-то имущество, разум, речь. И все это необходимо предложить Верховной Личности Бога посредством движения духовного учителя. Everyone has something, some physical strength, some words, thoughts. Some material possessions and everything should be offered to the Lord through the medium of the intermediary, Sri Guru. Сангена саду бхактанам. Нужно стараться жить в обществе святых, преданных, которые погружены в служение Господу. One should try to spend time among sadhus, those who saintly personalities, those who want to serve the Lord. Ишвара радханэ нача. И под их руководством вместе с ними служить And under their guidance, serve the deity. Yes. And Shadaya Dadkatayam Cha. С благоговением внимать и слушать о прославлениях Верховной Личности. With trepidating heart, listen to the glorifications of the Lord. Киртанай Гуна Карманай. И самому прославлять качества и деяния Господа. And one should also be himself engaged in glorifying the gunas and the lilas of the Lord. Так падам гуруха дьяна, то есть вся медитация, все внимание должны быть направлены на лотосные стопы Господа. All meditation, all attention should be focused on the lotus feet of the Lord. Таллингек шархана дибир. И необходимо в соответствии с писанием шастрами служить божествам. And in accordance with shastra, one must should serve deities. So Prahlad Maharaj told the boys, Guru Sushrusraya Bhaktya. Sushrusraya means one should hear very deeply. And then serve and live one's life exactly according, in accordance with what one has heard. Prabhupada Maharaj сказал, что нужно внимательно вслушиваться в наставления Шри Гуру, и потом внедрять в жизнь все услышанное. То есть внимательно размышлять об этом и внедрять в жизнь. Sarva labdha panena cha, and offer everything, body, mind, words. И отдавать все, что есть, то есть и тело, и мысли, и слова. And all one's wealth and everything. Все финансовое свое состояние, все, что есть, нужно подавать. Sangena asana bhaktanam, and also associate with
their pure devotees. И также активно общаться с чистыми преданными. Because one will not understand the glory of Sri Guru from Sri Guru, because he will not speak his own glory. But you can hear the glories of Gurudev from the other Vaishnavas. Что он не сможет понять величие своего гуру, потому что Шри Гуру не станет прославлять сам себя, поэтому мы можем узнать о его славе от других возвышенных вайшнавов. Sangina sadhu bhaktanam, not only bhakta, sadhu bhakta. Because there are many devotees, but some of them apichat sutra atsiro bhajate mahanagila. Their behavior is not so good. Не просто с бхактами общаться, с садху. То есть, потому что бхакты разного сорта бывают, некоторые уже там какие-то, ну, как садху в глаза Кришны, но уже там набедокурили, поэтому лучше... So they should never be criticized. One should also give respect. And he is a sadhu. Есть те, кто там ошиблись, спотыкнулись как-то, и их нельзя поносить, ни в коем случае никогда не критиковать, но просто издалека кланяться, но не следовать под руководством. Sadhu bhaktana means follow those devotees who's... behavior is exemplary. То есть следовать активно нужно за теми, кто сам активно правильно ведет себя. And in this way, Ishvara, то есть в настоящее время. Worship the Supreme Lord. И таким образом поклоняться Верховному Господу. Prahlad, are you convinced? Прохлад Махарадж спросил, вы убеждены? All the Asur Balak, demonic boys, they said yes. Маленькие асуры сказали да. Убедительно. So then Prahlad Maharaj said, then sing with me. Ну тогда давайте споем со мной, сказал Прохлад Махарадж. Шри Кришна Гопала Харе Мукунда Говинда Хе Нанда Кишора Кришна Шри Кришна Гопала Харе Sometimes Prahlad Maharaj was singing. Иногда Прохлад Махарадж пел. Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai 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 Jai
on a break. Ну так вернулись учителя с перерыва. They saw all the Asurbalakas doing sankirtan. И видят там целый хоровод харинам санкиртаны в них в классе. And they ran to Hiranyakashipu. И в ужасе они побежали к Hiranyakashipu. They told him, your majesty, the whole school has been ruined by this prahlada. Ваше высочество, вся школа испорчена из-за вашего прохлада. So then Hiranyakashipu told some servants, oh, go and bring them here. Так, Hiranyakashipu сказал слугам призвать его сюда. So then that servant came. I told them, Hiranyakashipu is calling you. Слуга побежал туда в класс, говорит, Hiranyakashipu вас всех зовет. The boy said, oh, Prahlad, we're scared. We're afraid to go in front of your father. Дети дико испугались, говорит, Прохлад, мы так боимся твоего отца, сейчас нам предстать перед ним. Prahlad said, I am not afraid. Прохлад сказал, я не боюсь. And the boys came with him, and when they got to the royal court, they were afraid and they waited outside, but Prahlad Maharaj went in. И мальчики гуськом побежали за Прохладом, но им не хватило смелости войти в тронную залу. То есть, когда он вошел туда, он смело пошел первым, они спрятались за дверьми там снаружи в вестибюле. When Hiranyakashipu saw Prahlad, he said, oh, you murka, you impudent fool. Ты дерзкий наглый глупец. Прохлад, закричал отец. You are the disruptor of our dynasty. Ты всю династию нам портишь. You have stubbornly violated my orders. Ты снова и снова идешь мне наперекор. Today I will send you to the abode of Yamaraj. Сегодня ты наконец-то, я тебя отправлю в обитель Ямараджа. Don't you know, when I am angry, all the three worlds tremble. Ты что, не знаешь, когда я зол, все три мира сотрясаются? Where do you get the power to oppose me? Где ты вообще берешь силу противостоять мне? Prahlad said, your strength and my strength and everyone's strength comes from the same source. Krishna. Но Prahlad сказал, я беру свою силу, ты отец берешь свою силу. Все берут свою силу из одного источника, от Кришны. Every moving living entity from Lord Brahma down to the ants. Everyone gets their power from the Supreme Lord. Все живые существа, от самого верховного Господа Брахмы до муравья мелкого, все получают силу от Господа. Give up your demonic nature and try to have friendship towards all living beings. Отец, ну перестань быть демоном и постарайся любить все живые существа. And engage in bhakti to Bhagavan. Давай ты тоже совершай бхакти Бхагавану. Hiranyakashipu could not believe his ears. Он уже не слышал вообще от гнева Hiranyakashipu. Ему казалось, что такой-то ужас. He said, you are speaking nonsense. Что ты за бред несешь вообще? This type of talkativeness, speaking so much nonsense, is often engaged in persons who are about to die. Такая, это, у тебя какая-то горячка, это видно предсмертное состояние такое, присущее людям. You have always described some powerful person who is omniscient, who is omnipotent, other than me. Я, видимо, началась предсмертная горячка, и вот ты мне рассказываешь все время про какого-то Всевышнего, такого могущественного, кого-то, кто важнее, чем я. But where is he? Где он? I've never seen him. Я в жизни его не видел. No one has ever seen him. Никто его не видел. Hmm? If he's everywhere, is he in this pillar? Если он повсюду, может, он в этой колонии? Hmm? Then Prahlad Maharaj looked at the pillar, and there he had the Spurti. Lord Nrisimhadev was in the pillar, and he went. Prahlad Maharaj посмотрел на колонну, и там действительно увидел Спурти Нрисимха Бхагавана, который подмигнул ему там так с улыбочкой. Prahlad Maharaj said, yes, he's there. И Прохладу пришлось признать факт, сказать, да, он там. Then Hiranyakashipu said, then let me see him save you when I sever your head from your body, and he drew his sword. Ну давай посмотрим, как он придет тебе на подмогу, когда я сейчас тебе голову отрублю. И достал меч из ножен. But before attacking Prahlad Maharaj, he was so angry, not with the sword, but with his fist, he punched the pillar. Он был так разгневан перед тем, как броситься на сына, он подошел и не мечом, а просто кулаком ударил по колонне. And then the pillar cracked. И вдруг эта колонна треснула. And there was a tremendous roaring sound. И раздался жуткий гул оттуда. Satyam vidatam nida pritya basatam. And in that moment, to keep true the word of his devotee, then Lord Nrisimhadev appeared. И в этот момент, чтобы сдержать слово своего преданного,
явился Господь Нарсимхадев. In a huge form with thousands of arms and thousands of weapons. В огромном, в такой огромной форме, величественный облик. With the body of a human being and the head of a lion. Тысячу, у него было тысяча рук, оружие, там голова льва и туловище человека. Decorated in beautiful garlands and divine ornaments. Был наряжен в какие-то божественные украшения, там парафиналии, у него были гирлянды красивые на нем. Blazing like the sun and he was roaring. Он сиял как солнце, он рычал. Шинасингде Бхагавана ки Намасте Нарасингхая. И подобно мотыльку, который несется на язычок, на пламя, на огонь, он бросился на Нарсимха Бхагавана. Нарсимха Бхагаван sometimes caught Хираньякашипу. Like Garuda catches a snake. Иногда ловил Хираньякашипу, как Гаруда ловит змею. And all the demigods were, "Jai, Jai, we can come home." И в этот момент девоты, как болельщики, радостно кричали, ура, наконец-то снова вернемся, перестанем быть беженцами, вернемся домой, в рай. But Lord Nrisimhadev was playing with him, and sometimes he would let him go. Нарсимхадев, он игрался с Хираньякашипу, иногда он давал ему выскользнуть из его Out of ego, Хираньякашипу thought, I broke free by my own strength. Хираньякашипу верил, что он собственными усилиями вырвался из схватки Господа. And all the devotees then were going, alas, alas. Девоты начинали сокрушаться. Before they said jai jai, now they're saying hi hi. То есть там то jai jai, то у них hi hi. Please kill him quickly. Скорее же убей его. So, but Нарсимхадев was not killing him quickly because he was enjoying Вирараса. Но Нарсимхадев не торопился с убийством, ему нравилось это Вирараса. That's why Giant Vijay stopped the four Kumaras entering the gate of Vaikuntha. Именно поэтому Giant Vijay предотвратили путь тем четырем Кумарам на Вайкунху. They didn't make a mistake. Yogama inspired them because they had a desire. Oh, how can we
assist our Lord in relishing Vira Rasa, the rasa of a good fight. Это не была их повинность. На самом деле Йогамая так устроила, потому что у них было желание как-то послужить Господу в роли достойных соперников, чтобы тот мог испытать этот сопернический поединок. So Lord Nachikadev was enjoying a good fight with this demon. И Нарсимхадеву нравилось сражаться с этим демоном. But then he thought, oh, he might try to take Prahlad Maharaj hostage. Но потом он испугался, он подумал, что сейчас тот может попытаться схватиться, взять Прохлад Махараджа заложником. So he put his own self-interest, relishing Vairarasa aside for the sake of Prahlad Maharaj. То есть решил, не буду я сейчас развлекаться этим поединком, главное, чтобы сейчас никакое беда не случилось с Прохладом. And he took Hiranyakashipu and put him on his lap. И схватил Хираньякашипу и положил на колени. And then just as a lion tears apart his prey, he ripped the body of Hiranyakashipu. И подобно тому, как лев разрывает на куски свою добычу, он стал разрывать живот Хиранякашипу. He was roaring and tearing out his intestines and put them around his neck as a garland. Кишки ему стал вытаскивать оттуда, обматывать вокруг своей шеи как гирлянду. Он разъяренный был, он просто раздирал его. Because Lord Nrisimhadev was thinking, a very great jewel like Prahlad Maharaj came out of these veins. I wonder if there's another good jewel in here. And he was digging around to find another jewel. Почему он так копался в этом Хираньякашипу? Он думал, вот это сокровище в форме Прохлад Махараджа вышло откуда из этих вен. Может, там еще сокровище какое-то тоже жемчужина кроется. Надо посмотреть. And he tore the body of Hiranyakashipu apart and threw the parts in different directions. Рвал его на куски, разбросал эти куски в разные стороны. And then he went and he sat on the throne of Hiranyakashipu. А потом уселся, пошел сел на трон Хиранякашипу. Usually, if the Lord will sit down, it's because the devotee says, Idanam Om Narasinghaya Swaha. And he offers an asana, a seat to the Lord. И обычно Господь садится, когда ему преданный предлагает асану, чтобы Господь присядь. But no one offered Lord Nrisimhadev a seat. Everyone was afraid. Но никто в это время не решался вообще предлагать никакую асану ему или что-то делать, потому что все боялись его. When you offer a seat to the Supreme Lord, it has to be his own seat. You cannot give him your seat. You cannot give the Lord anything that you yourself have used. То есть по идее вы не можете предлагать Господу только или совершенно новое, или то, что принадлежит ему, его асану. Нельзя свою сидушку, вот Господь, присядь, пожалуйста, на мою. But the seat of Hiranyakashipu was not offered to him and it had been used, but still he sat down there. No, трон Хиранякашипу был second-hand уже поюзанный, и никто не предлагал Господу туда присесть, но Господь сам решил туда сесть. Why? Because he wanted to show the whole world the great fortune of his devotee, because he never saw that Hiranyakashipu was a demon. He knew, oh, this is my devotee Jai, and that's why he accepted the seat unoffered and also used to show his love for his people. Господь хотел прославить своего преданного на весь мир, то есть Джай, он знал, что Хиранякашипу это его верный привратник Джай, поэтому он с удовольствием сел на его уже использованный трон, который ему никто не предлагал, но вот Господь показывает силу любви, взаимной любви между преданным и Господом. Nijabhrityabhasitam, he appeared to keep true the words of his devotee. То есть он пришел, чтобы сдержать слово своего преданного. What does that mean? Что значит сдержать слово? General meaning is Lord Brahma gave the benediction. You cannot be killed in the day and the night. So it was not day or night, it was the sandhya. Обычная трактовка. The junction between the two. Обычная трактовка, что он сдержал слова Брахмы, который благословляя Хиранякашипу, сказал, что тебя нельзя будет убить ни днем, не ночью, то есть он его убил в сумерки, в сандью. Oh, he could not be killed by a human being or animal. He was half animal, half human being. Что он сказал, тебя ни человек, ни животное убить не сможет. И у Господа был облик получеловека, полульва. He cannot be killed by prani or aprani. That which is living or dead. He was killed by the nails. Nails are not living or dead. Тебя не убьет ни прани, ни апрани. They grow, but if you cut them, you don't feel anything. Ни живое, ни мертвое. И ногти как раз вот такие. Они вроде как не живые, но растут. Поэтому если их подрезать, они продолжают расти. He was not killed by any weapon, because the nails are not a weapon. Он убил его не оружием, а ногтями. He was not killed in any month. It was Purushottam Mass. И он его не убивал в какой-то месяц. Это был дополнительный Адик Мас Пурушоттам. He was not killed inside his house or outside the house. He was killed in the doorway. Не снаружи дома, не внутри, а на пороге. Oh, he was not killed in the sky
On the land or in the water, but on the lap of Lord Nishinath. Не на суше, не в море и не на небесах. Он умер на коленях у Господа. So in this way, all the words, Nijabrityabhasitam, the Supreme Lord appeared to keep true all the words of his devotee. То есть Господь сдержал все, что Брама пообещал Хираньякашипу, Господь галочку там поставил под каждым пунктиком. But this is a general meaning. Это общая трактовка этих слов. Better meaning is Hiranyakashipu asked, is Nrisimhadev in this pillar? And Prahlad Maharaj said yes. So to keep that word true of Prahlad Maharaj. Более глубокий смысл, что когда Хираньякашипу спросил сына, может твой бог и в этой колонии, и Прохлад сказал да, вот чтобы сдержать это слово, он явился так. And oh, even better than that. А что еще лучше? That when Prahlad Maharaj was in the womb of his mother. Когда Прохлад Махарадж находился в лоне мамы. And she was staying in the ashram of Narad Rishi at Giriraj Govind and Narad Gund. Она жила еще в гостях в ашраме Нарада Риши на Говардане. She prayed to Narad, please bless my child that no harm will come to him. Она просила Нараду, благослови моего ребенка, чтобы всегда был под защитой. So Narad Muni gave a blessing. Oh, your child will never be harmed. So to keep true the blessing of Narad Muni, Prahlad Maharaj is guru. И тогда Нарада благословил, что твой ребенок никакого вреда не получит никогда. И чтобы сдержать слова вот этого преданного Нарады, Господь так явился. So for all of these reasons, the Supreme Lord appeared as Nrisimhadev from the pillar. Господь явился в облике Нрисимхадева из колонны. So he was still furious and he was roaring and the whole universe was trembling. Даже после того, как он расправился с Хираньякашипу, Господь был в сильном гневе, он рычал, и вся вселенная тряслась от его рыков. Lord Shiva said to Lord Brahma, oh, you are his son, go and pacify him. Шива сказал Брахме, ты сын его, пойди успокой его. Brahma said, you are senior, you pacify him. Брахма сказал, ты старший, давай ты с ним поговори. No one wanted to go near him. Никто не решался вообще близко подойти к нему. So then Brahma and Shiva sort of let's ask Lakshmi Devi. Мы подумали, пусть жена успокаивает. Пошли к Лакшми Деви. So they sent a messenger to tell Lakshmi, please come. Призвали, послали посланника за Лакшми. And pacify your husband. Вызвали Лакшми, приди, пожалуйста, успокой мужа. So then, before coming, Lakshmi Devi, she bathed and she decorated herself with ornaments very beautifully. Ну, знав, что ее призывают к мужу, Лакшми там задержалась, как по-женски. Привести себя в порядок, там омылась, освежилась, нанесла and she came with a beautiful veil. Красивую косметику, украшения, mm-hmm. накинула вуаль. And she came into the assembly like this with her face. И зашла так вот, прикрывшись вуалью, вошла туда в тронный зал. And then when she got there, she just moved her veil and looked very coyly with a twinkle in her eye. И когда она зашла, она так повернулась, одним глазом взглянула на мужа, там кокетливо ему подмигнула. Because he is my husband, I know how to. Но знает, что с мужем я знаю, как договориться. Сейчас я его успокою. So she looked, peeped with a twinkle. Она так одним так моргнула ему глазиком. Lord Nrisimhadev said, "Roar!" А Нрисимха как рыкнул в ответ. And Lakshmi Devi ran away. Лакшми Деви убежала оттуда. Странно. She said, "I've never seen my husband in such a mood." Ничего себе, никогда его ты в таком настроении не видела. Actually, Lakshmi and Nrisimha reside in the Vaikuntha. На самом деле, Лакшми и Нрисимха живут на Вайкунтхе. But for the sake of this pastime in this world, Yoga Maya covered Lakshmi Devi as if she had never seen Lord Nrisimha Dev before. Она так, for the rasa of this pastime. Ради раз этой лилы Йога Майя так покрыла Лакшми, что ей казалось, что она в жизни Нрисимху не видела. So that everyone could experience Adbhut Rasa. Чтобы все испытали вот это Adbhut. The rasa of astonishment. Это удивление. So then everything had failed. So Brahma, Shiva, Lakshmi, everyone said, "Oh, Prahlad, go and pacify the Lord." Никто из старших не знал, то есть что делать. Господь был настолько разгневан, и уже даже если Лакшми не удается его успокоить, тогда они решили, Прохлад, может ты пойдешь поговоришь с Господом. So Prahlad, he had no fear at all. Прохлад обрадовался этой идеей. And skipping, he went there. И подпрыгивая, он побежал к трону. And he gave pranam, and then. Oh, he climbed up in the lap and Lord Nrisimhadev took him in his lap. Сначала поклонился Господу, и потом забрался туда к нему на колени, и Господь поднял его, прижал к себе. And Lord Nrisimhadev put his hand on his forehead. И стал ласкать его, гладить ему волосы. And he did his Pashusnehalila.
Вашу снега лилою. You see, a lion may be ferocious, but the lion is never angry with the lion cub. То есть лев, он опасен, он яростен, но он никогда не злится на своих маленьких львят. If the lion has just killed his prey and covered in blood, but if the cub comes, then the lion is very loving. То есть он может быть разъяренный, только что убил добычу, весь обляпанный кровью, но если маленький львенок подойдет, то лев будет с любовью и заботой ласкать его. So Lord Nrisimhadev, he was licking the body of Prahlad Maharaj, like his own cub. Pashu Sneha Lila, the Lila of animals' affection. То есть это такое животное, такая любовь, ну как львиная любовь, он как стал лизать Прохлада по лицу языком, как мама львица львенка. Oh my Lord, I am not a poet. I am just a boy. I am not a great kavi like Lord Brahma and like Brihaspati and other learned persons here. И смущенно Прохлад стал извиняться, говорит: Господь, я не поэт, я не вообще далек от поэтизма великого Брахма и Шивы и всех достойных личностей, присутствующих тут рядом с тобой сейчас. But I know that you are such a person. You only accept the bhav. The feelings of the speaker. Но я знаю, что для тебя главное настроение говорящего, а не поэтичная форма. I was born in Ugrajati, a very ferocious dynasty. Я родился в тяжелой династии, в Угра такой, свирепой династии. You were, I know that you were pleased even by the prayers of Gajendra, the elephant. So I have no doubt that you will accept my prayers. То есть у меня не очень хорошая родословная, но я знаю, что ты довольствовался даже молитвами слона Гаджендры, поэтому я надеюсь, ты примешь и мое подношение. Prahlad Maharaj said, "Oh, my father tried to kill me." Прохлад сказал, мой отец пытался извести меня. But you have appeared and saved me. Но ты пришел мне на помощь. I think that you have appeared. Not to save me, but just to keep true the words of your pure devotee Narada Maharaj. Мне кажется, что ты пришел не ради того, чтобы спасти меня, а ради того, чтобы сдержать слово своего чистого преданного Нарады Муни. Because of my association with many material desires, I was wandering in this material world. Из-за того, что я вступил в контакт с бесчисленными материальными желаниями, я долго странствовал по этому материальному творению. I was falling in a blind well full of snakes. Снова и снова падал в темный колодец, наполненный змеями. But your devotee Narad Muni mercifully accepted me as his disciple. Но твой чистый преданный Нарада Муни милостиво принял меня своим учеником. And he instructed me how to attain this transcendental position. Он поведал мне о том, как достичь трансцендентную цель. Therefore, O my Lord, my first duty is to serve my Gurudev Narad Muni. How can I leave his service? Поэтому моя первая прямая обязанность это служить моему Гурудеву. Как я могу оставить служение ему? Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadat nagati gutopi. If one wants to attain the mercy of the Lord, just try to get the mercy of the Lord's dear devotee. Если кто-то хочет обрести милость Господа, постарайтесь обрести, стать объектом милости Его приближенного преданного. Prahlad Maharaj said, "Itam nitirya grishideva chasavatairaya lokan vibhavaya sihansi jagat pratipam dhamam mahapurusha pashi yuganuvritam chana kalau yadabhavastri yugoti tasattvam." Oh my Lord, you appear in many forms as a fish, as a tortoise. Господь, ты приходишь в разных ипостасях, формах таких, как и вепрь, и черепаха, и рыба. And you appear in all the various yugas. Во всех югах ты приходишь. But in Kali Yuga, your form, your identity is channa, hidden, and therefore your name is Triyuga. Но в Kali Yuga твоя ты скрыт, ты channa, твоя ипостась, поэтому тебя называют Триюга. In this way, Prahlad Maharaj glorified Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Chaitanya Gauri ki jai, Sri Navadvip Dhama ki jai, Premanande ki jai. То есть вот так, упоминая чанна форму, скрытую форму Господа в Кали-Югу, он предрек, то есть прославил Шри Чайтанья Махапрабху, его приход в Кали-Югу. Prayena deva munayo soi mukti kama maunam charanti vijanena apurata nista. Prahlad Maharaj said, there are many persons who
they are rishis and they observe silence and they live alone in the mountains. Есть много мудрецов, которые соблюдают мауна-врат, то есть молчат и уединяются в горах где-то для медитации, баджана. They are not concerned about the other souls. Их не заботят другие в этом мире. But I am not like them. Но я не такой. I don't want to be delivered alone, leaving behind all these fools and rascals. They should also come with me. Я не хочу обрести сам спасение и оставить позади всех этих глупцов, даже негодяев. Мне хочется, чтобы они все получили это благо вместе со мной. Lord Nrisimhadev, hearing the prayers, you should study them. There are many, many beautiful prayers. Такие красивые молитвы, вам следует изучать их старательно. But we are running out of time. У нас сейчас просто не хватает времени упомянуть все эти молитвы. Nrisimhadev said, "Oh, Prahlad, I want to give you a benediction. Please ask for a benediction." Nrisimhadev сказал, "Prahlad, я так хочу благословить тебя. Чем-то попроси у меня что-нибудь." Prahlad Maharaj said, "My Lord, I am not a businessman. I am not a merchant that I have served you to get some reward in return. I have served you only for your happiness." На что Прохлад сказал, Господь, я не коммерсант, я не служил тебе ради собственной выгоды, чтобы что-то взамен получить. Я тебе служил просто потому, что я люблю тебя. So, if you want to give me a benediction, please give me this benediction, that in the core of my heart there will be no more material desires. Если ты хочешь действительно меня благословить, сделай так, чтобы в моем сердце не было больше никаких мирских желаний никогда. Lord Nrisimhadev said, "Oh, your heart already has no material desires. So you should ask again for another benediction." Я сказал, ну зачем просить об этом, когда у тебя нет никаких материальных желаний? Так, попроси что-то отдельное у меня. Prahlad Maharaj said, "Give me the benediction that Hiranyakashipu will not suffer for his offenses." Тогда благослови меня, чтобы мой отец не был наказан, Хираньякашипу не был наказан за свои бесчинства. Lord Nrisimhadev said, "Oh, a Kanishta Adhikari. He's a neophyte devotee. 7 generations are delivered. If he is a Madhya middle level of devotee, 14 generations are delivered. And if someone becomes a Uttam Adhikari, 21 generations of their family are delivered. So you are the topmost devotee, already Hiranyakashipu, and 21 generations are delivered." И Господь сказал, да нет, just because of you. Об этом просить, потому что благо, которое преданный, появившийся в роду, приносит всему роду, огромное, даже Канишка, то есть неофит преданный, он освободит 7 поколений своего рода. Мадьям уровня преданного освобождает 14, а Уттама освобождает 21 поколение своего рода. Говорит, поэтому, Прохлад, о чем ты говоришь? Ты преданный высшего уровня, и Хираньякашипу, и все предыдущие поколения твои освобождены. Prahlad Maharaj doesn't even have 21 generations. У Прохлада нет 21 поколения. Because his grandfather is Kasyapa, then Swayambhuva Manu and Lord Brahma. There's only a few generations and then it's the beginning of the universe. So that means 21 generation also means his family members from previous creation. То есть в этом воплощении у него нет 21 поколения, потому что слишком близко к творению. Дедушка Касьяпа Муни, Свайамбхава Ману, а потом уже Брахма. То есть тут указывается, что еще предыдущего творения, там предыдущие поколения все получили освобождение благодаря ему. So Nrisimhadev realized Prahlad Maharaj is trying to weasel out to get a benediction. Объяснил в своих комментариях. И Нрисимхабхагаван понял, что Прохлад явит, что не хочет никакого благословения от него. So then Lord Nrisimhadev said, "Again, ask for a benediction." Давай, проси благословение, сказал Господь. Prahlad Maharaj said, "Let all living beings in the universe be delivered, and I will stay here and I'll give all their karmas to me and I'll suffer their karmas." Тогда освободи все живые существа, отдай мне их карму, я тут останусь в материальном мире, буду отрабатывать их карму, а ты их отпусти, дай им освобождение. So then Lord Nrisimhadev, tears were in his eyes. Слезы наполнили глаза Нрисимхадева. He said, "Oh Prahlad, I cannot do that. You have defeated me." Он сказал, "О, я этого сделать никогда не смогу. Ты победил, Прохлад." But I say that if anyone will hear of our conversation and our pastimes together, they will be liberated and they will attain prayer. Но я скажу следующее: любой, кто выслушает
вот нашу вот эту беседу, наш диалог, и узнает, выслушает о нашей лиле, они получат освобождение, получат прему. And all the demigods began to sing, and the lady, female demigods began to shower flowers and blood on the shield. И девы тогда стали петь радостно, деви стали осыпать лепестками прохлад Махараджа и Нарсимха Бхагавана. Lord Brahma said, "Oh, I pay my obeisances to the unlimited supreme Lord." Брахма тут уже стал кланяться Господу, говорит, я кланяюсь снова и снова безграничной милости Господа. Who can understand your unlimited pastimes? Ты непостижим, кто может постичь твои эти безграничные лилы? It was you who made the Kumaras become angry with Jayanvijay. Ты же зачинщик всего происходящего. Ты сделал так, чтобы четверо кумаров разгневались на Джая-Виджая. So they would come to this world as Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Чтобы вынудить их на то, чтобы они пришли в этот материальный мир, как Хираньякашипу и Хираньякша. Oh my Lord, it was you who made me, Lord Brahma, give all these benedictions to Hiranyakashipu. И ты, Господь, ты сделал так, чтобы я дал эти благословения Хираньякашипу. And it was you who made your devotee take birth in the family of that same demon. И сам же ты так устроил, что твой преданный родился в семье этого демона. It was you who inspired Hiranyakashipu to attack Prahlad Maharaj, and then it was you who came and saved him. Ты сам Everything was you and you. Сам побуждал Хираньякашипу постоянно атаковать своего сына, и ты же сам пришел ему на помощь. То есть ты стоишь за всем происходящим. Только ты и ты. So no one can understand your plan. И никто никогда не поймет твоих планов. So I cannot say anything. All I can do is bow down to you again. Мне нечего по этому поводу больше сказать. Я могу только в бесконечном, вечном поклоне склониться перед тобой. Шри Насинья Дева Бхагавана Ки.